Утром я делился no rīta es dalījos одним из главных генеральных направлений ar vienām no ģenerāl... нашего видения. Это израильский вектор. Tas ir Izraels vektors. Это Израиль, tā ir Izraela, церковь и мир. Draudze un pasaule. И тот, кто был, я думаю, вы слышали, kurš bija, es domāju, что это чрезвычайно серьезное направление. Ka tas ir ārkārtīgi nopietns virziens. Мы не обойдем ни влево, mēs nenoiesim ne pa labi, и ни вправо. Un ne pa kreisi. Нашего главного вопроса, mūsu galvenajam jautājumam, отношение к Израилю. Attieksme pret Izraelu. Церковь и Израиль, draudze un Izraels, это две стороны, tās ir divas puses, одной медали. Vienai medaļai. Израиль без церкви не обойдется. Израиль без драудс не истекс. И церковь un без Израиля не обойдется. Без Израиля ари не истекс. Это близорукие люди только говорят. Tuvredzīgi cilvēki, что такое, saka, что такое церковь? Kas ir draudze? Мы без нее обойдемся. Mēs bez viņas tiksim. Это значит istiksim. Обесценивать подвиг Иисуса Христа. Darīt mazvērtīgi Jēzus Kristus. И обесценить его искупительную жертву. Un darīt mazvērtīgi viņa upuri. Это одна обочина. Tā ir viena ceļmala. А другая обочина. Bet otra ceļmala. Когда христиане говорят. Kad kristieši saka. А кто такой Израиль? Bet kas ir Izraels? Мы сами Израиль. Mēs paši esam Izraels. Это другая обочина. Tas ir otra ceļmala. И мы сегодня очень хорошо, подробно, по-моему, un mēs šodien ļoti smalki, man liekas, разобрали этот серьезный вопрос. Izskatījām šo nopietno jautājumu. Приведу главную мысль, то, что дома, нас объединить может. Tas, христиан Латвии, Латвийс христиан России, Кривийс христиан Германии, Европы, Вācijas, Европс с Израилем. Ar Izraelu. Единственная площадка, vienīgā vieta, на которой церковь uz kuras draudze и Израиль un Izraela могут быть вместе, var būt kopā, это Иисус Христос. Tas ir Jēzus Kristus. Это не Тора, tie nav это не культура Израиля, это не kultūra, праздники, tie nav это не этнические корни. Tie nav etniskās saknes. Нас объединяет с Израилем. Mūs apvieno ar Izraelu. Иисус Христос. Jēzus Kristus. Он разрушил стоящую посреди viņš преграду. Sagrāv stāvošo šķēršli. И он из двух создал одно единое целое. No diviem radīja vienu vienu. Левой рукой. Laba, он берет Израиль. Viņš paņem Izraelu. Правой рукой. Labajā rokā. Он берет церковь. Viņš paņem draudzi. И только во Христе. Un tikai Kristu. Мы можем интегрировать. Mēs varam integrēt. Вести диалог. Veikt dialogu и сотрудничать. Un sadarboties. Много чего может тебе не нравиться. Daudz, kas tev в Израиле nepatīk, Izraēlā. Мы говорили, что евреи такие люди. Mēs teicām, ka ebreji ir tādi они cilvēki. Так раздражают. Viņi tā kaitina. И в то же время так восхищают. Un tā laikā tā но самое главное нам сохранить баланс. Bet pats galvenais saglabāt mums balansu. Можно быть недовольным. Varbūt neapmierinātam, но нельзя проклинать. Bet nedrīkst nolādēt. И всегда надо помнить. Un vienmēr jāatcerās, что бы ни происходило. Lai kas arī nenotiek. Народ израильский был избран. Izraēla tauta bija izradzēta. Он остается избран. Un viņi arī paliek izradzēti. Он начал работать с ним. Viņš sāka strādāt ar viņiem. Разговор. Sāka sarunu. И этот разговор не закончился. Un šī saruna vēl nav beigusies. Этот разговор скоро закончится. Šī saruna drīz beigsies. И главные мировые события. Un galvenie pasaules notikumi. Будут происходить. Notiks. Не вокруг Вашингтона, не обкарт Вашингтона, Москвы, не вокруг Брюсселя, не об Брюсселе или Риги, во Ригу. Главные мировые события главные будут происходить вокруг Иерусалима. Нотикс об Иерусалиме. Поэтому отношение к Иерусалиму. Да, посятиксм пред Иерусалиме. Это отношение Бога к моей стране. Ир атиксм, Дева атиксм. Если политические лидеры будут подписывать лидеры, преступные договоры, нозидзник, чтобы ограничивать и дискредитировать Израиль. Izraelu. Они будут навлекать на судьбу всей страны Божье проклятие. Поэтому священники страны должны возвышать свой голос за истину и стоять в проломе и благословлять Израиль. Тот, кто благословляет Израиль, того будет благословлять Господь. А кто будет проклинать Израиль, того будет проклинать Господь. Поэтому разговор продолжается. Turpinās. И сегодня, вот на этом служении, я хочу коснуться еще одного главного направления, генерального видения, это поиск сокровищ. Церковь должна превратиться в остров сокровищ. Все знают, что сокровища делают нас богатыми, влиятельными, состоятельными.
piepilda. Sakrovišķa. Dārgumi. Net sakrovišķa. Nav dārgumu. Mēs biedni. Mēs esam nabadzīgi. U nas net vlijanja. Mums nav ietekmes. Mēs bezpomoćni. Mēs esam bezpalīdzīgi. Vy понимаете, о каких сокровищах я говорю? Jūs saprotat, par kādiem dārgumiem es runāju. Naša cerkvi должны расти. Mūsu draudzēm ir jāpieaug. Jāpieaug. Расти. Jāpieaug. Господь должен прилагать спасаемых к церкви. Kungam ir jāpieliek glābtos pie draudzes. Tu skaži, što za выражение должен? Un tu teiksi, kas tas par izteicienu? Он хочет этого. Viņš grib to. И он это делать будет с твоим и моим участием. Un viņš to darīs ar tavu un manu līdzdalību. И в этом году мы должны преодолеть. Un šī gadā mums jāpārvar. Этот преступный барьер бесплодия. Noziedzīgais neauglības. Наши церкви должны расти. Mūsu draudzēm ir jāpieaug. Каждый член церкви должен взять ответственность. Draudzes locekļi хотя бы за одного человека. Atbildību kaut par vienu cilvēku. Тебе не надо спасать 100 человек. Tev nevajag glābt 100 cilvēku. И тебе не надо спасать 50 человек. Un tev nevajag glābt 50 cilvēku. Представьте себе каждый из нас. Stādieties priekšā, ja katrs взял ответственность за одного. Uzņem tos atbildību par vienu. Вокруг нас есть родные. Mums apkārt ir родинеки, соседи, ученики, мацыки. Хотя бы в год. Kaut vai в gadā. За одного человека. Par vienu cilvēku. Ну ладно, за троих. Ну ладно, par trīs. Двое с крючка сорвались. Divi aizgāja. За одного хотя бы. Pie viena. Из четырех. No četriem. Но привести в церковь. Bet atvest tos Церковь бы удвоилась. Draudze dubultotos. Надо освободиться от предрассудков. Vai отбриваться что якобы за рост церкви мы не отвечаем, отвечает Бог. Насаждающий, поливающий суть ничто. Пусть Бог приводит. Здрасте, Бог уже Иисуса отдал в мир. И Он заплатил цену. И Он нам говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Мы настолько устроились прекрасно. Дух Святой, двинься. Ангелы, двинься. Что там еще? Небеса, двинься. Пусть небеса сойдут. И все переменят. Вы что, обалдели? Мы уже все сдвинулось. Как бы вас сдвинуть с места, а? Когда же вы пойдете и будете проповедовать Евангелие в этом году, мы должны изменить парадигму. Мы должны оценить перед Богом эту великую жертву, которую Он принес на кресте. И каждый из нас должен стать искателем сокровищ. Каждый из нас должен стать искателем сокровищ. Это не ответственность отдельной структуры. Nav atsevišķas struktūras atbildība. Это не ответственность евангелистов. Да, nav evangelistu atbildība. Вот Дима Макаренко приедет, когда Дмитрий Макаренко, и Шухер наведет здесь в Венспилсе, и наши люди пойдут по улицам, а Дима уедет, Дима а церковь останется. Я уже вчера проповедовал на эту тему. Невольно. Не я. Латвия становится агентством Клюс пар агентуру. По приему ведущих известных служителей из-за рубежа. Натан Моррис приезжает. Да здравствует евангелизация. Пару тысяч собираемся в Кипселе. Пошумели 2-3 дня. Натан Моррис уехал. И мы вернулись. Каждый в свою берлогу. Меняется что-то или нет? Я не против праздника. Я против бесплодия. Церкви должны самостоятельно расти. И мы jāpieaug. Должны найти этот ключ. Кто-то говорит, ой, старая методика. Saka, ой, 90-х. Найди новую. В этом году Бог будет творить все новое. Никто не отменял личные свидетельства. Иди и расскажи, что сделал с тобой Господь. Это эгоизм. Знаете, какая первая проблема? Причина церкви. Церковного бесплодия это наш банальный, примитивный церковный эгоизм. Я ни за кого не отвечаю. За меня молятся, бесов изгоняют, восстанавливают мою личность, исцеляют 25 лет последних. На молитву выхожу уже лет 30, что-то никак не выходит. Да хватит тебя уже исцелять, а? Может, пора тебе кого-нибудь начать исцелять. Итак, друзья, сегодняшнее направление, о котором я хочу говорить, поиск сокровищ. Мы провозгласили эту программу еще во время январского поста. И мы решительно настроены мы преодолеть
Вот этот барьер бесплодия. Церкви должны расти. Расти естественным образом. Наше тело, оно растет на клеточном уровне. Каждая клеточка. Каждая клеточка. Каждая клеточка. Она отвечает за то, чтобы тело полноценно росло. Господь желает прилагать спасаемых в церкви. Господь хочет, чтобы погибающий мир могли услышать Слово Божие. И чтобы эти люди, драгоценные человеческие души, сокровища, они были в сокровищнице Господа Иисуса Христа. Если мы не соберем эти сокровища, дьявол их соберет. Если они не окажутся в Царстве Божьем, они окажутся в Царстве дьявола. Ты даже не представляешь, с кем ты будешь общаться. Ты, может быть, даже не догадываешься, с кем ты будешь говорить и за кого ты будешь молиться. Сгласили программу «Поиск сокровищ», как евангелизм на новом уровне. Вчера у нас закончился трехдневный пост. Среда, четверг и пятница. Мы молились Богу и говорили, если этот год преображения славы Божьей, Господь, преобрази наш евангелизм и наше свидетельство. Мы не хотим идти на неприготовленные дороги. 10 евангелистов бегают за одним грешником и пытаются ему всучить какую-то приглашалку. Это ненормально, это не надо делать. Мы 3 дня постились и молились, чтобы сегодня, в субботу, вся церковь могла выйти на ту территорию, которую тебе Бог сказал. Кто-то к себе гостей приглашает, кто-то кому-то идет в гости. Целая группа пошла в Старую Ригу. И когда мы молимся, 3 дня и постимся, мы говорим, ох, покажи, куда мне идти. Чтобы это не было просто столкновение. Религиозный скандал. Но чтобы был готов тот, кому я иду. И чтобы был готов я. Дай мне правильное слово. И дай мне знание, кто он. В чем он нуждается? И чем я ему могу помочь? У нас евангелизм должен быть на основании даров Святого Духа. Пророческое помазание. Идти на приготовленные территории. Это великая привилегия. Это великая привилегия. И мы должны сойти, друзья, с уровня религиозного домогательства. Это не просто пропаганда. Бегать за людьми, из очереди выдергивать. Поговорим сегодня о поисках сокровищ на профессиональном духовном уровне. Я бы очень хотел, чтобы все церкви нового поколения могли взять это на вооружение. Каждый месяц. 3 дня поста и молитвы. И на 4-й день мы отправляемся на поиск сокровищ. Недавно смотрел программу Discovery, по-моему. Есть в Тихом океане Ирклусия океана. А острова. Салас. Которые не имеют названия. Курам на уноса укума. Но кто-то добрался до документов. Иртить слить с документами. И выяснили, что какие-то корабли. Ноской другой какады. В прошлом столетии. Погаешь агацимта. Похоронили там сокровища. Аглабая турсов с даргумус. Сокровища потонувших кораблей. Ногрему шукудю даргуме. Возле этих островов. Бешим салам. Они какой-то год искали. Они 2 года искали. Над ними смеялись. И говорили, пустая трата времени. Но когда они добрались до потонувших кораблей, и когда они вскрыли трюмы и подняли на берег тонны золота, серебра, судраба, все просто в шоке. Вокруг нас столько судеб. Талантливые, богатые, умные, гудры, но потонувшие корабли, куди, избитые летчики. Они меня ждут. Никогда не ставь крест на людях. Сбитый летчик, потонувший корабль, горбатого могила исправит, пока человек ходит.
cilvēks, пока человек видит, staigā, пока redz, человек дышит, kamēr cilvēks elpo, он не потерян, viņš nav pazudis, он тебя ждет, viņš gaida tevi, и он меня ждет, un viņš gaida mani. Моя первая мысль, mana pirmā doma, Дух Святой, Svētais разбей garis, наш эгоизм, salauz mūsu egoismu, безразличие, vienaldzību, и равнодушие, vienaldzību. Эти священники, šie priesteri, такие заняты, viņi ir tik aizņemti, они идут по дороге, viņi iet pa ceļu, и там где-то на обочине, цельмала, он не замечает никого, viņš neievēro nevienu. Куда ж ты так спешишь, священник? Kur tu steidzies tā? Если первая priesteri, задача, ja pirmais uzdevums, если первая задача, ja pirmais uzdevums, церкви, draudzei, спасать погибающие glāb, мира, tos, kas iet bojā, а за ним левит, bet aiz viņa levīts steidzās, не отставал от него, un neatpalika no tā, а за ним никого, bet aiz tā nevienu. И мы учим других, un mēs mācam citus, идти, ejiet, и не обращать внимания, un nepievērsiet uzmanību, на тех, tiem, кто на обочине, kuri ceļmalā. Дух Святой, открой наши Svētais глаза. Gars, atveri mūsu acis. Открой наши глаза. Atveri mūsu acis. Мы слишком правильные. Mēs пārāk pareizi. Ты из другой церкви. Tu no citas draudzes. Ты другой нации. Tu no citas nācijas. Ты другого воспитания. Tu no citas kultūras. А я откуда то? Bet es no вот когда придешь к нам в церковь. Un, kad atnāks pie mums вот когда семинары закончатся. Un, kad семинары beigsies. Господи, какой фарисейс. Kāds фарисейсмс. Иисус. Jēzus kalpoja, не только в синагогах. Не только в синагогах. Иисус служил на улице. Jēzus kalpoja uz ielām. Он на кладбище служил. Viņš kapsētās kalpoja. На центральном. Центральную слаукумос. Дух Святой, открой нам глаза. Святый Гарс, отвори мумс. Расшевели нашу совесть. Искусен мумс сердце. Освободи нас. От бриво мумс. От этой затопности самоправедности. Но шиз паштай сны. Если ты творишь все новое в этом году. Рады вису яунушини года. Сотвори из нашего служения. Тад рады но мумсу калпошен. Что-то новое. Каутко яуну. Амен. Амен. Давайте откроем несколько мест. Отверстие даже сраксту вец. Матфея. Матфея. 13 глава. 13 nodaļa. И прочитаем 46 стих. Un izlasīsim 46. 44. 44. Ещё подобно Царство небесное. Un vēl debesu valstība. Сокровищу. Līdzīga tīrumam. Скрытыми на поле. Apslēptai mantai. Которое нашед. Ko cilvēks atrada. Человек утаил. Un paslēpa. И от радости о нём. Un priedādāmies par to. Идёт и продаёт всё, что имеет. Noiet un pārdod visu, kas tam ir. Un pērk šo tīrumu. Ещё подобно Царство Небесное купцу. Vēl debes valstība līdzinās tirgotājiem. Ищущему хорошие жемчуги. Kas meklē dārgas pērles. Искатели сокровищ. Dārgumu meklētāji. Вот что такое представители Царства Божьего. Lūk, kas ir Dieva valstības pārstāvji. Толковать эти места можно по-разному. Izskaidrot šīs vietas var atšķirīgi. Обозначить одну дефиницию. Bet es gribu apzīmēt vienu definīciju. Каждый человек. Katrs cilvēks. Это поле. Tas ir lauks, tīrums. В глубине которого. Kura dziļumā. Сокровищ. Ir dārgums apkārt. Сокровищ. Dārgumi. В глубине. Ir dziļumā. И когда ты ведешь человека. Un tad, kad tu runājies ar cilvēku. Ты еще ничего не видишь. Tu vēl neko neredzi. Но пророческое помазание. Bet pravētiskais svētījums. И Дух Святой. Un Svētais Gars. Он поможет тебе видеть глубину. Viņš parīdzēs tev redzēt dziļumu. Видеть этого человека. Redzēt šo cilvēku. Не судить. Nevis tiesāt. Не проклинать. Nevis nolādēt. Не отталкивать. Nevis atstumt. Не превозноситься. Nevis pacelt sevi. Любить. Virspusē, bet mīlēt. Понимать. Izprast. И спасать. Un izglābt. Написано так. И rakstīts tā. Не отлучайтесь от Иерусалима. Neaiziet no Jeruzalemes. Пока вы не получите обещанное от Отца. Kamēr nesaņemsiet apsolīto no Tēva. И вы примете силу. Un jūs dabūsiet spēku. Когда сойдёт на вас Дух Святой. Kad Svētais Gars nāks par jums. И вы будете мне свидетелями. Un jūs būsiet man par liecinieki. В Иудее, Самарии. Judeja, Samarija. И даже до края земли. Un pat līdz pasaules galam. В Иерусалиме. Jeruzalemē. Judeja. Samārijā, и даже до края земли. Un pat līdz pasaules galam. Господь категорически запретил. Kungs kategoriski aizliedza. Свидетельствовать. Liecināt. Или евангелизировать. Vai evangelizēt. Пока в жизни людей. Kamēr cilvēku dzīvē. Не произойдёт это важное событие. Nenotiek šis svarīgais notikums. Krišķienie Svētajam Duhom. Kristība ar Svēto Garu. У нас с вами могут быть разные мнения. Mums var būt atšķirīgi viedokļi. Но я бы советовал в этом году. Bet es ieteiktu пересмотреть, pārskatīt, что такое крещение Духом kas Святым. Kas ir kristība ar Svēto Garu? Если ты задашь этот вопрос. Ja tu uzdos šo jautājumu. 10 человек могут ответить. 10 cilvēki viņi var atšķirīgi atbildēt. Кто-то скажет, что это крещение Духом Святым. Kā teiks, kristība ar Nужно Svēto для того, чтобы стать сильнее. Tas ir, lai kļūtu stiprākam. Но без крещения Духом Святым можно тоже стать. Bet без крестības ar Svēto Garu arī var kļūt stiprāks. Крещение Духом Святым, крестība ar Svēto Garu, чтобы говорить на языках, lai runāt чтобы valodās, чем-то от баптистов отличаться. Lai atšķirtos ar kaut ko no baptistiem. Это глупо. Tas ir muļķīgi. Naivno. Naivi. Иаиль, Йоэлс, правец, Йоэлс, изольёт Духа Моего, излишь но сова гара, на всякую плоть, par katru miesu, и сыновья ваш, un jūsu dēli, и дочери ваши, un jūsu meitas, будут пророчеств, правietos, видеть видения, redzēs redzējumus, наведениями вразумляемы, un sapņos tiks pamācīti.
Святым, Kristība ar Svēto garu. Это специальная программа. Tā ir speciāla programma, которая гарантирует тебе и мне, гарантē tev un man доступ pieju к секретной информации Царства Божьего. Pie slepenās informācijas Dieva valstībā. Крещение Духом Святым. Kristība ar Svēto garu. Это программа, ir programma, которая гарантирует доступ, kura garantē pieju к секретной информации Царства Божьего. Pie slepenās informācijas Dieva valstībā. Которая проще называется пророческие дары. Kur vienkāršāk saucās pravietiskās dāvanas. Молитва на языках. Lūkšana valodās. Это клавиатура. Ir kā taustiņi. Твоего духовного компьютера. Tavam garīgajam kompjūteram. Где ты набираешь правильный код. Kur tu ievedi pareizo paroli. Коду, после чего на экране там, уз экрана, твоего духовного компьютера там, компьютером, должен показаться, открыться файл. Я отверась файлом. И информация должна un быть. Информация я либо продаж, печатная. Вайну либо текста, визуальная. Вайну визуал. Поэтому, когда мы молимся на языках, так, когда мы слушаем волонтаз, Господь, un sakam, kungs, открой мне, man, куда мне идти. Kurp man iet? На какую территорию? Kādā teritorijā? Дух Святой тебе откроет. Svētais Gars tev atvērs. Дух Святой тебе покажет. Svētais Gars tev parādīs. Когда Корнилий молился. Tad, kad Kornelijs lūdza. Дух Святой сказал. Svētais Gars teica. Тебе нужен Петр. Tev ir vajadzīgs Pēters. А когда Петр молился. Bet, tad, kad Pēters lūdza. Дух Святой сказал Петру. Svētais Gars teica Pēterim. В твоем служении. Tavā kalpošanā. Нуждается вон тот человек. Un tā ir vajadzīgs šim cilvēkam. Когда человек все устраивает. Kad cilvēks visu iekārto. Это скучно. Tas ir garlaicīgi. Суетливо. Tas ir steidzīgi. Неинтересно. Neinteresanti. Но когда Дух Святой все устраивает. Svētais Gars visu iekārto. Это настоящий adventure. Tas ir īsts. Это настоящее приключение. Tas ir īsts piedzīvojums. Amen. Amen. Христос Kristus никогда nekad не ходил negāja на неприготовленные территории. Uz nesagatavotu teritoriju. Как вы думаете, что он делал ночами? Kā jūs domājat, ko viņš naktīs darīja? Конечно, молился. Protams, lūdza. А что такое ночами Bet молиться? Kas ir lūkt naktīs? Что такое молитва вообще? Kas ir lūkšana vispār? Что такое молитва? Kas ir lūkšana? Молитва – это способность lūkšana ir spējas войти в четвертое измерение. Ieiet ceturtajā dimensijā. Услышать отца говорящего. Sadzirdēt tēvu, kurš runā. И говорить. Un runāt. Увидеть отца творящего. И того, и творить. Дара, un darīt. Ночью. Naktī. Молясь. Лūdzot. Иисус Христос. Jēzus Kristus. Получал информацию. Saņēma informāciju. От Бога Отца. No Dieva Tēva. Что делать завтра? Ko darīt днем. Rītā pa dienu. В какой город идти? Uz kādu pilsētu iet? С какими людьми встречаться? Ar kādiem cilvēkiem tikties? В чем проблема этих людей? Un kāda ir šo cilvēku и проблема? И какие средства? Un kādi līdzekļi? Понадобится для того, Mums чтобы этот человек был спасен. Lai šis cilvēks taptu glābts. Давайте прочитаем одну Un из этих vienu no историй. Notikumiem. Это Матфея. Tā ir Mateja. 4 глава. 4 nodaļa. 4 глава 4 и 18 стих. Un 18 pantiņš. Проходя же близ моря Галилейского. Un staigādams Galilejas jūrmalā. О, в Юрмале yeah. Иисус был, да? Es biju jūrmalā. Проходя близ моря Галилейского, un staigādams Galilejas jūrmalā, он увидел двух братьев. Viņš ieraudzīja divus brāļus. Simona, Simoni, называемого Петром, sauktu Pēteri, и Андрея, брата un его, Andreju, viņa brāli, закидывающих сети в море, tīklu jūrā izmetam, ибо они были рыболовы, jo tie bija zvejnieki. И говорит им, un viņš uz tiem saka, идите за мною, nāciet man līdzi, и я сделаю вас darīšu, ловцами человека, par cilvēku zvejniekiem, и они тотчас, un tie tūdaļ, оставивши сети, atstāja savus tīklus, последовали за ним, un sekoja viņam. Проходя близ моря un staigādams Galilejas Галилейского, он увидел двух братьев Симона, divus brāļus Simoni, называемых Петром и Андреем, sauktu Pēteri un Andreju. Ни разу ne reizi Иисус не приходил Jēzus negāja на неприготовленную территорию. Uz nesagatavotu teritoriju. Он был в том городе viņš bija tanī pilsētā и встретил этих людей un satika šos cilvēkus только потому, tikai tam dēļ, что Бог ему сказал, kad Dievs viņam teica, Завтра утром. Рит но рита. Ты должен быть не здесь. Ты но я буду шейт. Там. Бет я буду тур. Все водимые Духом Божьим. Дева гара водите. Суть сыны. Сауксис. Пар Дио барнием. И он идет. Un viņš iet. И уже ожидает. У него гайда. Где же они? Kur viņi? И вот он видит Петра. Un viņš redz Pēteri. И он видит Un redz Andreju, его брата Андрея. Viņa brāli. И Бог ему сказал. Un Dievs viņam teica. Это не просто грешники. Tas nav vienkārši, tie nav это vienkārši не просто рыбаки. Tie nav vienkārši zvejnieki. Это лидеры. Tie ir līderi. Это сокровища. Tie ir dārgumi. Они возглавят церковь. Viņi būs draudzes priekšgalā. Они сами еще об этом не знают. Viņi paši par to vēl nezina. А ты уже знаешь. Bet tu jau zini. Я хочу. Es gribu. Чтобы они. Lai viņi. Не просто в церковь пришли. Nevis vienkārši nāktu uz draudzi. Чтобы они подружились с тобой. Bet lai viņi sadraudzētos ar tevi. И стали твоим учеником. Un kļūtu par taviem mācekļiem.
Я их уже приготовил. Вы знаете, как легко, как прекрасно приходить на приготовленную территорию. Он им сказал первый раз: ребята, привет, следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человека. Они не поднимали брови и говорили: что это такое, кто такой? Они уже были приготовлены. Вот почему три дня поста и три дня молитвы. Господь, приготовь тех, кому я пойду, и приготовь меня. Я был готов служить этим людям. Друзья мои, мандрауги. И выступить на середину. Хватит оправдывать свое бесплотие и говорить: от меня ничего не зависит. От меня много чего зависит. Боишься стучаться в двери? Но попроси у Бога, чтобы Он показал двери, которые ты не боишься. Если ты смущаешься, приходить вот к этим людям, попросить у Бога, то попроси вам тот адрес, где ты будешь на высоте. Круто будет высотное. Давайте посмотрим на практический урок. Он так посмотрите вместе с практической стунду. И говорит он: идите за мною. Он мне так сакует. И я сделаю вас. Он из дарищу. Ловцами человека. Портил вак звенеки. Вспомни тот день, когда Иисус встретил тебя. Где есть сатикатеви? Когда Он простил твои грехи. Когда Он пьедел тебя с грехом. Когда Он исцелил тебя. Когда Он зеднает тебя. И Он. Он винч. После этого. Петь там. Хочет сказать тебе то, что Он сказал Петру и Андрею. Котейца Петрем и Андреем. Следуй за мною. Сакуман. Я научу тебя. Он осемацишь тебя. Важному искусству. Сваригай макслай. Которым должен обладать каждый сын Божий. Касирьяма катрам дио бардам. И каждая дочь Божья. У которой дева. Я сделаю вас ловцами человека. Невозможно следовать за Иисусом и не стать ловцами человека. Невозможно иметь Дух Иисуса Христа и приобретать людей для царства Божьего. Бог сегодня каждому из нас говорит: любишь ли ты меня? Следуй за мной. Сакоман. Я научу тебя. Любить людей. Милые цилвакус. Приобретать людей. Иман тот цилвакус. Не хоронить людей. Не обглобат. А искать эти сокровища. И приводить их. Он отвест в царство Божье. Да без валста ибо. Следуй за мной. Сакоман. И я научу вас. Он из имацищут юс. Давайте откроем сейчас Иоанна 4 глава. Так где они Евангелие 4 глава. Чему-то научимся. Он кого имацисмес. Последуем. Сакоем. Иисус говорит: следуй за мной. Сакуман. У меня великолепный опыт. Man ir liela pieredze. Приобретать людей для царства. Man to cilvēks priekš valstības. У меня великолепный опыт. Man ir brīnišķīga pieredze. Искать сокровища. Meklēt dārgumus. И приводить их. Un atvest tos. Царство Божие. Dieva valstībā. Иоанна 4. Jāņa 4. 5. Стих. Piektais pantiņš. Итак, приходит он в город Самарийский. Un tā nāk viņš Samarijas pilsētā. Называемый Сихари. Vārdā Зицхара. Близ участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу. Тīrumu, ko Jākabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Вчера он был в Приморском городе. Vakar viņš bija Jūrmalas pilsētā. А теперь он пришел в город Самарийский. Bet tagad viņš atnāca uz Samarijas pilsētu. Он не приходит на неприготовленные территории. Viņš neiet uz nesagatavotām teritorijām. Он приходит на территории приготовленной. В среду у нас был пост. И молитва на эту тему. Четверг была молитва. И пост на эту, на эту тему. И вчера у нас было завершение. Мы говорили об этом и мотивировали людей. Потом мы взяли елей. И помазывали тех, кто знал и получил от Бога полную ясность, куда идти, каким людям, какие проблемы у этих людей. И мы помазывали елей, потому что в этом есть великая сила. Сила посланничества. Это должно стать традицией. Ежемесячной.
Потому что пока мы чешемся, пока мы думаем и рассуждаем, миллионы людей идут в ад. Миллионы людей умирают. Миллионы людей завоевываются дьяволом. Недавно сообщили нам, Несен, мы спазнёем, что колдуны всего мира и ведьмы бурвен рагана, решили собраться вместе эскопа, и совершить ритуал и священнодействие, вейкт ритуал он сведер, чтобы уничтожить Дональда Трампа, Дональд который занял Трампа, эту позицию. Кучением, позиции, можно ржать над этим, спорту, усмехаться, смикня, а духовный мир реален. Бет гарья посолы реал. Поэтому нам необходимо делать свои ритуалы. И нам ритуал. Нужно эти сокровища защищать. О, как дьявол хочет, чтобы эти корабли пошли на дно. О, как дьявол желает, чтобы летчики были сбиты. О, как желает Бог, чтобы наши корабли дошли до своей пристани. Аминь. Аминь. Пусть это станет традицией. Традиция, и доброй традицией традиции, в каждой церкви. Я верю в эту программу. Ticu, Итак, программа. Иисус говорит, следуй за мной. Un, tā, давайте последуем за Ним. Sakosim viņam. И посмотрим, как же Иисус приобретал сокровища. Есть определенные правила. Ir noteikti likumi. Когда ты встречаешь человека, kad tu satiec cilvēku, не перегружай его. Не пепилды, не надо его перегружать. Не вейг виню паркрот. Получи от Бога ясную информацию, Саним, что этому человеку но нужно. Но скайдру информации, как с ним ирвайди. Самое главное завоевать доверие. И тусти. И запомните, если он будет тебе доверять, я чувствую, если будет он тебе симпатичен, я и ты будешь им симпатичен для него, то он будет доверять своему Богу. Да, винч устицайся с твоим девом. Следующий рецепт. Наукоша рецепты. Не спорь. Не стридиес. Не спорь. Не стридиес. Потому что очень часто. Тапецк, негативный бежит, опыт евангелизма. Евангелист не негатива передзе. Происходил только по одной причине. Ну, так и такая вина мыслдель. Во время евангелизации. Евангелизации слайка. Возникали этнические вопросы. Радас этнический аутар. Ты русский или латыш? Ты латвиец. Ты хохол, а этот москаль. Хохол сбытас ир московец. Этот там tas из Америки. Ир ну Америкс. А этот из Европы. Бетас ну Европас. И вместо того, чтобы говорить как космополит и представитель Царства Божьего, начинаем говорить, я из такой организации. И евангелизация превращается в пропаганду. Евангелизация клюс пар пропаганду. Иисус хочет нас чему-то научить. Я из грибка у кому и вам предлагаю мастер-класс. У него спедаваю мастер-стунду. Евангелизация от Иисуса. Где он не спорил, не стридеяс, где он не превозносился, не никого не унижал, не поземое, приобретал. Помните, как Павел однажды сказал, будучи свободным от всех, я поработил себя всем. Я искал точки соприкосновения, meklēju, punktus, чтобы для подзаконных те, ликума, быть как подзаконник. Для того, чтобы для варвара там дейлер, быть как варвар. Варварус будка, варварс. Для интеллигента, прикш интеллигента быть как интеллигент. Будка интеллигентс. Чтобы приобрести лай иемантуоту. По крайней мере, некоторых. Дажус, каутвай дажус. В этом году мы будем встречать людей, которые на нас Шини, не похожи. Шогад мы сатексим цилвакс, кур на улиди и гемонс. Это не повод говорить, не, он разговор не клеится. Иемеслс, не, сарун не вейдуяс. Это повод учиться у Иисуса находить не точки разногласий, а точки соприкосновения. Амен. Амен. И давайте посмотрим. Он так посмотрит. Приходит Иисус однако есть к этому городу. И там был колодец Яковлев. Турби Ака Якоба. Иисус, утрудившись от пути, есть но цель пекусис. Сел у колодца. Апсидас турпе акас. Было около шестого часа. Тазби апсасто стунду. Вы что думаете, он не знал, куда Юшко пришел? Думает, как не знает, куда винч нак? Он знал. Винч знает. Он пришел на приготовленную территорию. Винч однажды готова та территория. Он знал, кто придет к нему. Винч знает, как снак спевиня. Он знал, с какой проблемой. Винч знает, и у него было уже пророческое слово. Он в нем был пророческий сварц. Для этого человека. Прежде человека. Он ждал ее. Винч гайдия виню. Место встречи изменить нельзя. Тикшина свету майнить не это то место, которое Дух Святой та вет, ко святой сгарс готовит
Gatavo. И для евангелиста, и для того, tā, кому он будет служить, kalpos, я верю в приготовленные дороги, ceļiem, я верю в приготовленные территории, я верю в эти благословенные евангелизации, когда будет готов и это, viens, и тот, otrs, и вот начинается, un, lūk, sākās, приходит женщина, декада сева, женщина, сиевета, красивая женщина, скайста сиевета, привлекательная, певелцыг сиевета, мужчины евангелисты, вирещи евангелисты, когда перед тобой, катва прекша, появляется очаровательно очаровательная грешница, парадас бурвик грецнеца, держи в руках себя, тури себе рукас, следи за тем, куда ты смотришь, луку айстаус катускатес, и где бегает твой взгляд, он курс крадет аускатенс. Она все знает. Виня зина вису. Она может легко отличить. Виня она психолог. Вар ащит не психолог. У нее на счету несколько тысяч клиентов. Виня варак тукстуш клиентирус. Если ты будешь себя вести так, как я все они, узведися так, а виси вини, ничего не получится. Тад не косны издосис. Ты должен быть особенный. Ты вряд будь ипошем. И от тебя должна идти не просто мужская энергетика. Ты вимьянак, не все не кажешь вирища энергетика. От тебя должна исходить. Бит, но ты вимьянак. Божественная девищая энергетика. Мы не просто буклеты раздаем. Мы с невесвенькаш буклеты раздаем. Мы любовь Божью раздаем. Мы с Дио милостиво далам. Приходит женщина. Однако севиеты. И все ее знали. Он висевиню пазина. Известная женщина. Пазин ключевая. Севиеты. Сварик севиет. Называйте как угодно. Саусит как грибат. Там путана или еще как-то. Как хотите называть. Саусит как грибат. Для тебя это падшая женщина. Прежде чем та аркритуса севия. А в глазах Иисуса. Ведь ей сацис. Сокровище. Даргумс. Ты же что такое? Ты ведь кастус. Как одевается? Как дербиас? Как выглядит? Как искатас? Как она ведет как себя? Как меня узводас? А ты угомонись. Бету нумеринес. Сокровище. Даргумс. Мытари и плутницы. Мытники и нетиклась. Между прочим. Старп циту. Идут быстрее. И вперед. Успрех. В Царство Божье. Потому что им не надо убеждать, что они грешные. Они без тебя это знают. Гораздо сложнее тебя и меня убедить, что мы тоже грешны. Приходит женщина. И что делать? Я вспоминаю моего друга. Юрий. Из Белоруссии. Но Балкревии. Как он оказался на неприготовленной территории? Он бизнесмен. Бизнесмен. Мужик красавчик. Скай свирец. Опаздывал. Кавея. На поезд из Минска. Узвилцен, но Минска с Москву. И вот забегает. Он лук и эскрен. Почти на ходу. Гандриз и увилцен сак. СВ вагон. Знаете, что такое? СВ вагона. А когда в купе не четыре человека? Тогда купе ар не весь четыре человеки. А когда в купе два человека? Бит как купе ар только две человеки. Один здесь? Вен шейт. А другой здесь? Бит отрс, отрапус. И он почти на ходу заскакивает. Он лик поезд. Брауцоша вилцена иелец. С чемоданами. Ар коферем. Ищет свое купе. Меклэйс саву. Открывает. Отвер. И о ужас. Он о шаусмас. Мечта его молодость. Винес. Viņa jaunības sapnis. Он просто обалдел. Viņš vienkārši apjuka. Это была она. Tā bija viņa. Вся из себя. Visa no sevis. Но на неприготовленной территории. Она его viņa ждала. Viņu gaidīja. И когда он сказал, здрасте. Un tad, kad viņš ienāca, sveiki, sveiki. Привет. Viņa teica, sveicināts. Знаете, от каждого человека jūs дух. No katra cilvēka. Излучается, и чей дух будет сильнее, знак, un kā gars būs stiprāks, тот и победит. Tas arī uzvarēs. Из от его уст, но viņa lūpām звучит свидетельство, скан liecība. Привет, привет. Sveiki, sveiki. Поднимает эти самые, paņemšos koferus, всякие штуки, и туда закладывает, un tur ieliek, говорит, закладываю чемоданы и молюсь, ielieku koferus un lūdzu. Доминует меня чаша сия. Лишь искался от мангара. Впрочем, не моя воля. Йоне мана гриба. Но твоя воля да будет. Гриба лайнотек. Ё-моё, а это вечер. Иди, бета сервакар. Да и карманович Юра. Карманович Юрис. И садится. Он обсаживался. Она. Он виня. Ну все эти. Ну весь числ. И это не с. Ой. И дышит.
и моргает, и жалуется на проклятую судьбу, на проклятого мужа, скотину, который никак не ценит ее, и включаются все самые стандартные способы, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Имей в виду, когда ты какие-то сокровища хочешь приобретать для Царства Божьего, в то же самое время кто-то претендует на те же сокровища, чтобы их привести совсем по другому адресу. И она стала жаловаться, что она ног. Все эти стандарты. И что такого ка, она вообще никогда в жизни не видела. И Юра сидит. Господи, ну не хотел же ехать в эту Москву. И что мне здесь делать? Ну и когда она уже в атаку пошла, он вдруг говорит, если я сейчас не начну свидетельствовать, кирдык мне. До утра не доживу. Лидз ритм не издивошу. И я встаю, говорю. Он из петелю саку. Короче. Это кей сак сакот. Меня зовут Юра Карманович. Меня зовут Юрий Карманович. Я женат. Это спрецей. У меня двое детей. Мен ирди бэн. И моя жена беременна. У меня сейр ставок лэр трэшо. Когда я был молодой. Он так как я должен бегал за упругими попками. Из крайда из стирим дувчим. И я бегал за вами. Но сейчас я во Христе. Я новая тварь. Она сидит, моргает. Ты что, дебил, что ли? Музыка, мультица, свай. Я тебе про одно. Если про вену. А ты мне про другое. Я думаю про кукуциту. Идиот. Идиот. Встала. Пецелас. И вы. Он айзгая. Он сел. Винч обседас. Ой. Фу. Господи, спасибо. Кунгс, балдес тебе. Вернулась. Отгрезалась. Под утро. Ну, рита. Юра был спасен. Юрис, тика изглавц. На неприготовленных территория. Не саготовата с территория. Бодрствуй и... Эси номода он луц. Чел. Стерпцито из... Я встречал... Сатику. Ой, одну женщину. Вен севиете. Это еще когда мы в десерте были. Тас бит, тет, когда мы с вел десер толпас бием. Он говорит, пастор Алексей. Вен тейц мацит айлс. Ну никак у меня не получается. Ну никак мне не издодас. Евангелизировать мужчин. Евангелизировать вирешус. В постели, говорит, заканчивается любая евангелизация. Я говорю, евангелизация бейдзас гулта. Говорю, а ты... Сяку, а зачем ты евангелизируешь? Капец, ты евангелизе. Ну вижу, погибает человек. Ну разу целвак сед боя. Ну вижу, ну, человек. Ну разу боя целвак. Иду. Эйю. Начинаю свидетельствовать. Саку лейцинат. Он меня приглашает. Аньш мане узайцина. И любовь от любви Божьей. Он удел милстиб. Все потом к любви человеческой сходится. Весь пецампари эту целвак милстиб. Неприготовленная территория. Не саготовод с территории. Иисус. Езис. Шел на приготовленную территорию. Гай, усаготовал там территория. Перед ним была... Виню прекша. Не знаю, кто. Би, не зину, кас. Но... Была женщина. Би, севиете. Из Самарии. Но Самариес. И вот смотрите. Он скадетес. Смотрите. Скадетес. Иисус говорит ей. Он дейса кавиняй. Дай мне пить. Дуд ман дзе. Ибо ученики его отлучились в город. Йо внимацик любегаешь пилсата. Купить пищи. Парти купир. Урок номер один. Памацип номер диви. Инициатива. Инициатива. Принадлежала. Пидрея. Ему. Виням. Что ты сказал? Пидрея. Правильно. Инициатива. Инсей. Пидрея. Бие, но виня пусас. Но виня кусис, да. Пусас. Чтобы не выкусил, да? Короче, инициатива. Инициатива. Принадлежала Иисусу. Педрея Езум. Хорошо, что здесь в России гостей нет, а? Павел говорит, что это на увесу, на кревес. И вот она идет, она видит. Виня ид, он скорее всего, она играет роль. Атрак, прежде всего, не спелая луому. И вдруг голос. Он пекшен балс. Попить можно? Vai drīkst padzerties? Начинается разговор. Sākās saruna. Вначале душевное. Ja sākumā dvēselīgs. Не начинай сразу. Ты читала в Исаии 53 написано? Tu lasi Jesajas 53 rakstīts. А римлянам 10:10 читала, кто сердцем будет веровать, а устами исповедовать. Un lūpām apliecinās. Некоторые евангелисты так делают. Даже евангелисты так рīkojās. Я вспоминаю начало наших 90-х. Mūsu 90-o gadu sākumu. Даже в газете отпечатали. А визе только статью про одну нашу евангелистку. Ракс первый, ну, мусу евангелисты.
В Юрмалу едет электричка, она зашла в вагон и проповедует. Все должны покаяться. Сидел журналист, говорит, никогда в жизни не покаюсь. Покаешься. Никогда в жизни. Ты в ад пойдешь. Даже в ад, но только не в твой рай. Покаешься. Нет. Я ему говорю, покаешься. У меня сека нужалось. Вот так называлась статья на следующий день. Саутас ракс на день. И наши евангелисты оказались там. Под таким ярким названием. Покаешься. Не Божий сын. Не Дева далс. А другой сын. Бет циц далс. Циц даст. Вот правильно ты говоришь. Если тебя кто-то злит. Я теви кац кайтина. Выключи и уходи сразу. Тад ислэйдзэс ун айзэй. Нельзя ссориться. Не дрик стридэтес. Покаешься, я кому сказал? Ну, жалос. Прямо грак. Сейчас. Кам тэйц, иш тагад. Это, вы знаете, ты же не инквизитор. Ты так не есть инквизитор. Попроси у Бога любви. Палуц дио милстиб. Любви. Милостиб. Вот я вспоминаю. Эс ацерос. Евангелизм. Евангелизм. В Кулдыге. Кулдыга. Это была школа, да? Таби школа. В школе были школа. Учителя. Бие школотай. И какие-то еще люди. Он вел каукад цилваки. В каком году это было? Курага. Лет 10, да? 20? Ну, где-то в 90-х. В 90-х вообще мы шустрели. Я проповедую. Слудину, проповедую. Слудину. И вдруг одна тетка встает с выпученными глазами. Эй, Крис, что ты здесь делаешь? Эй, Крис, куда ты дарил? А ну-ка уезжай в свою Россию. Брауцу сау Кривию. Приехал сюда, хлеб наш кушать. Мус майзе есть. А мы же ранимые души. Mēs, это хорошо, когда вы сейчас смотрите. Labi, молчите. Un klusējat, и не ругаетесь. Un nelamājaties. И нам так хорошо. Mums ir tik labi. А когда вот так встает с выпученными глазами. Что ты здесь делаешь? Un saka, ko tu te dari? Я пытался объяснить, что я работаю своими руками. Un es centos paskaidrot, ka strādāju ar и кушаю свой хлеб. Un ādu savu maizi. Ну, короче, разговор так прошел. И так сказать, ну так. Я продолжал улыбаться. Он истерпнаясь смайдит. А осадок-то остался. Бет, ну осадом-то палика. После проповеди. Ну, бет святрум. Я вот, я сяду сейчас вот за тот стол. Если ты обсадишь еще спеть о галдине. У кого нет вопросов, идите домой. Ком, ну, я вот там и эту а если? Бет, я. У вас есть проблема. Юмс ир проблема. То подходите. Tad, мы нация, поговорим, я помолюсь за вас. Мы спорнасим, мы юмс. Господь меня исцелил. Кунгс маны дзиединал. И вас может исцелить. Он юс вар дзиединат. Я сел. Es apsēdos. Единственное, о чем я молился, Господь, пусть kungs, любой подойдет, ленак, венолга, кроме куш, этой пучеглазой тетки. Вот любой человек Деб пусть живет. А меня в Россию гонит, ишь ты. Ускривию, слышу шаги. Дзирдусуали. Кто-то кац. И садится. Он обсаживает. Я тихонечко открываю глаза. Он исклус, и как вы догадываетесь? Он каюс его ноешет. Она. Виня. Ах, какая женщина. Када сивете. Вот с такими выпученными. Артадам и спедушам отцем. Я открываю. Здрасте. Минсекс лабдин. И чего вы хотели? Он кое изгребеят. Вы могли бы помолиться? Вы юс не врат пер мене полукт. У меня базедова болезнь. Манер базеда слимиба. Я чувствую какой-то песком. Он манер така арсмилтим певертес. Ацис. Два года не могу спать. Две гады не выругулает. Помолитесь. Полудзит. Если бы вы меня спросили, поел, готов ли я был молиться? Готов, конечно. Протамс. Но только о другом. Тикай пар кауко циту. Чтобы ее глаза вылезли лай вообще. Лай ацис виспар излист у ара. Потому что меня в Россию отправляли. Тапец, ка вы не ускривые ман сути. Я обвиняла, что я ее хлеб ел. Апвенуя, ка саду виня смайзи. Я говорю, закрой глаза. Я сказал, айзвер лудзац. Она закрыла глаза. Acis. И знаете, о чем я молился? Знает, я не молился, Господи, исцели. Kungs, dieden, говорю, Господи, teicu, дай мне любви. Dod man милостибу, вот к этой женщине. А, сиевьете, чтобы я не злился на нее. Не dusmotos uz viņu. Ибо если у тебя нет любви к этому человеку, милостибу, просто человеку, Господь благослови. Kungs, tad sveti, это не работает. Tas nedarbojas. Я говорю, Господи, дай мне любви. Dod man милостибу, к этой женщине. И вдруг через пару-тройку минут вот такой мягкий, вот как вот от этой Майкс, от этого гриля. Канош, такой прям, грила. Вот прямо вот такой вот, прямо tāds, помазание. Tāds svaidījums. Я смотрю на нее. Un es skatos uz viņu. Она закрыла глаза и такая послушная. Aizvērus ir, un tik и так хочет открыть. Я говорю, не открывайте. Atvērt, не открывайте. Не открывайте. Не открывайте. Неверит валяться. Смотрю на нее. Skatos uz viņu. Ну, думаю, ну что, может ее кто-то накрутил. Ну, ко, варбут, у них как-то ускрывает. Ну, как?
Я как за матушку. Он искал про свою маму меня лудит. Давайте, как вас зовут? Зыкаю солнце. Я положил ей он глаза. Он сделал крок за этим. Хотя пять минут я эти моргала, хотел выколоть. Который пять минут сад погляли с грибой и а в этот раз я возложил руки. Вечер я сделал крок. Господи. Он сказал, кукунц. Ну помилуй ее. Ну ангел я спорвиню. Ну исцели ее. Цветы не виню. И такое чувствую, как он тут... Ну, пришел Бог. Ну, так как крик перешел на нее. Вот такая одна. Вроде ничего не произошло. И такая она косная нотика. Она встала, ушла. Вы не пьете Аллас, но изгай. Я уехал. Он и сайт брауц. И потом через некоторое время. Он после там кад лайк, пять кад лайк. Пастор Валдес приезжает. Мацитайс Валдес от брауц. И говорит, пастор Алексей. Мацитай Алексей. Тебе передает. Тел. Передавал привет та женщина. Ну, да, светин ста севета. Пучеглазая? Да. Кура. Ну, та, излобий там оцим. Я говорю, и че? Как с глазами? Кар оцим. Ну, в смысле, вышли они или не вышли? Изгай, ара, вай, не. Очень интересный вопрос. Люд, интересант бей. Первое. Вы не сека пирмайс. Она говорит, извиняюсь, говорит, что старая дура. Я сумтеть кое-что. Что-то выступила на этого мальчика. Причем за. Причем тут это? Я говорит, мне самой неловко за это. Мам, пошли не. Это первое. Это сбей первое. А второе. Бет утрайс. Передай ему спасибо. Но до от винем лел палец. С того вечера. Но та вакара. Спокойно сплю. Измери гигулю. Бог меня исцелил. Он дьюс ман дзедина. Вот вы знаете. Юзина. Это вот маленькие, маленькие жизненные зарисовки. Ты ирмаз. Можно по плоти. Включить эмоции. Ислект эмоции. Включить обиженку. Ислект айзвайнуюму. И говорить, что это за люди. Он говорит, они не человеки. Приготовлены. Венир несаготовоты. А можно служить. Бет варарикалпо. Чтобы вера была движима любовью. Ир милстибс вирзита. И вот эта женщина. Он лукши севиэте. Она не нуждалась в исцелении. Вене не вайдзей дзедынашу. Она нуждалась в спасении. Вене вайдзей глабшану. Поймите сокровища. Сапроте даргуми. Они могут в разной упаковке. Вы не вербут висадос и покоемос. В разной упаковке. Висадос и покоемос. Может в мусорном пакете. Открытому майсиня. А может в драгоценной. В дарга рамейте. Разные судьбы. Очриги ликтени. Дай мне пить, говорит Иисус. Дудман дзерт, сака Иисус. Женщина самарянка говорит ему. Да самарит в нем сака. Как ты? Кату. Будучи иудей, юдс будем, просишь пить у меня самарянки, просит зерт, но ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Юдер самарящим не сеес. Появляется очень острый, парадас. Конфликтный момент. Люди, а с конфликтом если мирклась. Ты не будешь духовным, я ту не буду сигарить. Вот поднимись сейчас вопрос. Ну, пецел так что ты думаешь там? Насчет Украины? Кудома про Украину. Так есть там акт агрессии со стороны так, России? Агрессии или нет? Война. И вот начнем сейчас говорить. Он саксим, так это и на смарку вся евангелизация. Иудеи, самаряне. Юды, самарящи. Хохлы, москали. Хохлы, русские, москвичи, латыши. Криви, латвиши. Гондурас, монголы. Монголь. И мы все вот такие разные. Смотри, как. Скажите, дьявол хочет, грибь, чтобы разговор лайсаруна просто на смарку пошел. И она говорит, подожди. Мы мейс из разных категорий. Категорий. Мы из разных клубов. Мейс но очеригем клубе. Мы из разных наций. Мейс но очеригем нациям. Я самарян. Это самарян. Это иудей. Бето есть иудей. Ты меня ничему. Ту мани не кам. Не время мацить. Какой урок здесь? Кажешь, я помацить. Ты должен быть космополит. Ты время будет космополит. Не иудеем. Не весь юг. Не латышом. Не латвием. И даже не новым поколением. Он под не явной паузой. И не лютеранин. Он под не лютеранин. И не католиком. Он не католим. Ты представитель. Ту эси. Царство Божье. Дио волсти без парста. Амен. Амен. Когда мы на небо придем, так, мы снаксим, дебесин, там не будет ни католиков, ни католю, ни лютеран, ни лютеран, и ни баптистов, ни баптистов. Только новое поколение. И новое поколение, конечно, у тоже не будет. Потом сарейтур не будет. Название. Но там будет только Царство Божие. Никогда не ведись. Обходи острые углы. И не спорь. Амен. Амен. Как ты иудей? Как ты ю? Просишь у меня самарянки? Самарянка и дзерт. Иисус сказал ей в ответ. Он тогда и сад был девиней. Если бы ты знала. Я туку зинату. Дар Божий. Пар Дьева давану. И кто говорит тебе, дай мне пить? Ир, кастеу сака додман дзерт. Ты бы сама просила у него. Да ту пат будут в него. И он дал бы тебе воду живую. Он ж будут действовать дзивибу с удены. Иисус как будто уходит от ответа. И така айзет но отбилдес. Ты думаешь, я иудей? Ты дома... Es jūt, я не тот. Es neesmu ne tas, за кого ты меня принимаешь? Par ko tu mani pieņem? Самое интересное. Pats interesantākais. В разговоре. Sarunā. Сохранять интригу. Saglabāt intrigu. Intriga в Риге. Intriga Rīgā. Intriga Ventspils. Intriga Ventspils. Intriga. Intriga.
В евангелизме. Евангелизация. Ты не знаешь, кто я. Tu nezini, kas es esmu. А кто ты? Bet kas tu esi? А ты знаешь, что такое дар Божий? Bet tu zini, kas ir Dieva dāvana? Но просто я понимаю, что это закодированные фразы. Kad tās ir kodētas frāzes. Я понимаю, что для тебя и для меня это сейчас ни о чем не говорит. Но я здесь подчеркиваю мысль. Bet šeit pasvītroju domu. Svētais gars tev будет давать dos такие мысли, tādas domas, которые ты сам будешь удивляться. Nu, kurām tu pats brīnīsies. Как будто нелогично. It kā neloģiski. Но именно это и есть логика. Если бы ты знала, кто говорит, zinātu, kas runā uz tevis, ты бы у меня tu man просила пить prasītu dzert живую воду. Dzīvu ūdeni. Женщина говорит ему, Samariet viņam saka, господин, тебе почерпнуть-то нечего. Ты мно, смелема, а колодец глубокий. Bet aka ir dziļa. Откуда у тебя живая вода? Kurienes tev ir dzīvais ūdens? Иисус добился самого главного. Jēzus panāca pašu galveno. Она viņa ieinteresējās. Он ее не оттолкнул. Viņš viņu neatstūma. Он ее не разозлил. Viņš nesakaitināja viņu. Он приобретает ее внимание. Viņas uzmanību. Неужели ты больше отца нашего Якова, который Jakobu, дал нам этот колодец, saku, сам из него пил и дети его? Dērs, bērni, оказывается, izrādās, мы думали, она проститутка. Mēs domājam, ka viņa ir prostitūte. Оказывается, она набожный человек, izrāk, ir читала Библию, cilvēks, знает кое-что про Якова, zin, kaut ko par Jakobu, сокровище, dārgums, хранимое во мраке, kas apglabāts tumsā. Господь за ними пришел. Kungs ir atnācis pēc viņiem. Если ты сразу перед собой ja tu uzreiz savā поставишь priekšā, цель, noliksi mērķi, не заработать мимолетную теоретическую победу в дискуссии, nopildīt garamējošu teoretisku uzvaru diskusijā, а поставишь перед собой цель, bet noliksi mērķi savā priekšā, прикоснуться к струнам сердца, pieskarties pie sirds stīgām, и достигнуть драгоценной души, aizsniegt dārgo dvēseli, которую она прячет, kuru viņa slēp, за этой внешностью, aiz šīs ārienes, броской и независимой, neatkarīgās. И когда ты выпросишь у Бога, Бог, дай мне слово, vārdu, чтобы прикоснулась к его душе, dvēselē, и чтобы эта душа встрепетнула, дай мне это слово, vārdu, пророческое слово. Это все было душевное, tas вначале душевное. Dvēselskas, iesākumā Иисус ввел ее к самому главному. Jēzus veda viņu. Иисус говорит в ответ, всякий пьющий эту воду, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, доду, тот не будет жаждать там не можем, не слабс. Но вода, которую я bet дам ūdens, ему, došu, сделается в нем источником, avotu, текущий в жизнь вечный. Мы думаем, зачем грузить об этом? Думаем, про какую жизнь вечную? Если Дух Святой будет давать тебе, я Святой Сгарс дос тебе, слова про жизнь вечную. Vārds par mūžīgo dzīvību. Повинуйся Богу. Tad pakļaujies Dievam. Говори не то, что ты хочешь. Saki nevis to, ko tu gribi. Говори, что Бог. Saki, ko Dievs. Amen. Amen. 15. Женщина говорит, дай мне этой воды. Sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni. И это момент истины. Un tas ir patiesības mirklis. Она viņa попросила palūdza его viņam о чем-то. Par kaut ko. В нашем разговоре mūsu sarunā, мы должны достичь mums ir jāpanāk, вот этого момента, šis mirklis, когда она tad, kad viņa попросила palūdza тебя tevi о чем par kaut ko, дай мне, dod man. И здесь un šeit включается дар Святого ieslēdz Духа. Svētā gara dāvana. Или Иисус почувствовал тот главный момент, vai nu jēsajūt to galveno momentu, когда он из колоды должен выбрать, kad viņam no kāršukavas jāizņem, козырную карту, paš svarīgā kārts, того знания, to zināšanu, который Бог ему дал, kuru Dievs ir iedējis перед этой встречей, un pirms šīs tikšanās, он видел перед собой не только женщину, viņš redzēja savā priekšā ne tikai он видел ее судьбу, viņš redzēja viņas dzīvi, ее драматизм, viņas драматизм, трагизм ее судьбы, трагедию viņas dzīvē, и он касается самого больного, pieskarās pie paša sāpīgākā, пойди, ей, позови мужа твоего, sauc savu vīru, и приди сюда, un nāc šurp, казалось бы, liek, так нелогично. Tik nelogiski. Дай мне воды. Dod man ūdeni. Черпать нечего. Smelt nav ar ko. Живая вода. Dzīvais ūdens. И тут включается. Pēkšņi ieslēdzas. Пророческое помазание. Pravietiskais svaidījums. Перед которым. Kura priekšā. Никогда. Nekā. И никто. Un neviens. Не сможет. Nespēj. Stājāt. Nostāvēt. Pazavī mūžu savu. Pasauc savu vīru.
тему, которую она прятала. Тему, которую она слепа. На самое дно своей души. Паша, дзилюма своя двесела. Тема, которую она не предполагала ни с кем говорить. Par kuru viņa negribēja nervien runāt. Ну что разговор на эту тему? Tāpēc, ka saruna par šo tēmu. Портит нервную Bojā систему. Bojā nervu sistēmu. Позови мужа своего. Pasauc savu vīru. И она коротко отвечает. Un viņa īsi atbild. Нет у меня мужа. Man nav vīra. Иисус говорит. Jēzus viņai saka. Правду ты сказал. Tu pareizi esi sacījusi. Что у тебя нет мужа. Kad nav tev vīra. И сердцебиение у него. Un sirdspuksti. Начала. Viņai sāka. Просто подниматься, Vienkārši очищаться. Pieaugt. И он ей говорит. Un viņš viņai saka. Посмотри в глаза мне. Paskatoties viņai acīs. У тебя было пять мужей. Jo pieci vīri tev ir bijuši. И тот, которого ныне имеешь. Un tas, kas tagad ir. Не муж тебе. Nav tavs vīrs. Ты справедливо. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Ее как будто раздели. Un it kā viņu izdērba. Ее часто раздевали. Viņu bieži izdērba. Раздевали тело. Izdērba ķermeni. Обнажали ее тело. Atkailināja viņas ķermeni. Но никто. Bet neviens. И никогда. Un nekad. Не обнажал. Neatkailināja. Ее души. Viņas dvēseli. А все сокровища. Bet visi dārgumi. Не в теле. Nav ķermenī. А все сокровища. Bet visi dārgumi. В душе. Ir dvēselē. Позови мужа. Pasauc vīru. Нету мужа. Nav man vīra. У тебя было их пять. Tev bija viņu pieci. Вот здесь Look, шейд, происходит капитуляция. Notiek kapitulācija. Перед дарами святого. Svētā gara dāvanu priekšā. Перед пророческим помазанием. Pravietiska svaidījuma priekšā. Она капитулирует. Viņa kapitulē. И следующий стих. Un nākošais pants. Он говорит, я вижу. Viņa saka, es redzu. Что ты? Ka tu. Пророк. Esi praviets. Вот ключ Look, успеха. Veiksmes atslēga. Нашего евангелизма. Mūsu evangelizma. Евангелист должен видеть сокровища. На глубине ее души. Kuri ir viņas dvēseles dziļumā. Bet viņai должна увидеть jāierauga сокровища dārgums твоей души, tavā dvēselē, которая есть Христос, kas ir Kristus и Дух Святой. Un svētais gars. Я вижу, es redzu, что ты, ka tu, пророк, esi praviets. Причем тут новое поколение. Kādu daļu šeit jaunai paudzei? Причем тут католики? Kādu daļu šeit ir katoļi? Vai luterāņiem? Причем тут русские? Kādu daļu šeit krieviem? Или латыши? Vai latviešiem? Причем тут москали? Kādu daļu šeit maskaviešiem? Или бандеровцы? Vai бандеровцы? Это такая ерунда. Tas viss ir tāda nieki. Пусть в наших глазах. Acīs. И в нашем лице. Un mūsu vaigā. Они увидят пророк. Viņi ierauga pravieti. Я вижу. Es redzu. Что ты? Ka tu. Пророк. Esi praviets. Бог творит все новое. Dievs rada visu jaunu. Этот год преображения и славы Божьей. Ir pārvērtības un Dieva slavas gads. И нашего евангелизма. Un mūsu evangelizācijas. И нашего поклонения. Mūsu pielūgsmē. И нашего прославления. Un mūsu slavēšanai. Бог все хочет изменить. Dievs grib visu mainīt. Бог хочет видеть, что ты пророк. Dievs grib redzēt, ka tu esi pravietis. Пророческий сон. Pravietiskais. Бог хочет в тебе видеть. Viņš grib redzēt tevi. Божьего посланника. Dieva sūtni. Который не просто агитирует и пропагандирует какие-то религиозные убеждения. Kaut kāds reliģiskas pārliecības. Который говорит Kurš runā горькую, суровую, скарбу, больную правду, сапīgu patiesību, но не для того, чтобы тебя унизить, там дель, лай тебе pazemotu, а для того, чтобы эти сокровища, bet там дель, лай šos dārgumus, с потонувших кораблей, no noslīkušiem kuģiem, поднять, paceltu, и отнести, un aiznestu, в царство Божие, Dievu valstībā. И что делает эта женщина? Un ko dara šī sieviete? Я вижу, что ты пророк. Es redzu, ka tu esi praviets. И там целый семинар насчет поклонения. Vesels seminārs par pielūgsmi sākās. И дальше. Un tālāk. Женщина оставила водонос свой. Sieviete atstāja savu draugu. И пошла в город и говорит людям. Uz pilsētu un stāsta cilvēkiem. Пойдите и посмотрите человека. Ejiet, paskatieties uz cilvēku. Который сказал мне все, что я сделала. Kurš pasāstīja man visu, ko es darīju. Не он ли Христос? Vai tad viņš nav Kristus? Оказывается, они ждут. Izrādās, ka viņi gaida. Помните, написано, придет желаемый. Nāks to, kuri vēlās. Семя народа. Visas tautas. Не он ли Христос, которого мы ждем? Vai viņš nav Kristus? Авторитет Иисуса заключался авторитета был в том, что Он сказал все патеца вису об этой женщине. Par šo sievieti. Нам нужны дары Святого. Mums ir vajadzīgs svētā gara dāvanas. Мы должны вернуться к этой практике. Mums ir jāatgriežas pie šīs praktikas. Мы должны востребовать. Mums ir jāpieprasa. Дары Святого. Svētā gara dāvanas. Секреты Царства Божьего. Dieva valstības noslēpumi. Открытые файлы о тебе, о тебе, par о том, кому ты служишь. Par to, kuram tu kalpo. Когда ты молишься за людей и возлагаешь руки. Lūdz par cilvēkiem, liec rokas virsū. Востребуй от Господа. Pieprasi no tā Kunga. Господь, дай мне. Kungs, dod man. Знание об этом. Чем я могу помочь? Šo cilvēku, kā es varu palīdzēt? В чём проблема этого Kur ir šī cilvēka problēma? Перед
дарами Святого Духа. Святаго ir dāvanu priekšā. Никто не устоит. Neviens nepastāvēs. Крис Валатон. Крис Валатонс. Свидетельствует. Liecina. О своем опыте. Par savu pieredzi. Это Вифиль. Служитель, один из служителей этого viens no большого служения. Lielā kalpošanā. Они летели в самолете. Viņi lidoja lidmašinā. И рядом был мужчина. Un blakus bija vīriets. И разговорившись. Un sākuši runāties. Он признался, что он гей. Viņš atzinās, ka viņš ir gejs. И когда узнал, что это христианин. Un ka viņš uzzināja, ka tas ir kristietis. Слушай, я с тобой говорить даже. No, es par tiem pat nesākuši runāt. Jūdieji samarianami ne. Jūdi ar samariešiem nekontaktējās. Gejs ar kristianami ne. Gejs ar kristiešiem nerunājās. Мусульмане с христианами. Мусульмане ар кристиешем. Но это по-человечески. Tas ir cilvēciskā skatījumā. Крис отвернулся. Крис. Ну нет, так нет. Погрязался. Ну, не, не. Больно мне это надо. Ļoti man to vajag. И Дух Святой ему говорит. Un Svētais Gars viņam saka. Скажи ему. Pasaki viņam. Что он свои картины продает не там, где viņš надо. Viņš savas gleznas tirgo ne tur, kur vajag. Если он эти картины, свою выставку. Viņš šīs savas gleznas izstādi. Перевезет в другой город. Pārcels citā pilsētā. Он там продаст. Tad viņš tur arī viņas pārdos. Вы представьтесь. Ставитесь прежде. Вот, вот Лук, основа евангелизма. Лук, евангелизация из памяти. Не просто какие-то картинки. Венкаршка у кого-то сбил дит. Не просто какие-то зазывалки. Не венкаршка у кого-то. Не просто какие-то буклеты. Не ведь кого-то буклетини. Информация. Информация. О человеке. Парцилвагу. Но дева. Они идут дальше. Вне. Летят дальше. Лидо талак. И Крис поворачивается. Он Крис погрежас. Говорит, слушай. Он сказал, Клаусис. Ты неплохой художник. Ты не если слить макслнекс. И ты бы продал свои картины. Un tu pārdod savas glasnes. Если бы ты, ja tu уехал из того города, aizbrauktu no tās pilsētas, в другой город, uz citu pilsētu. Location определяет успех. Un vieta nosaka veiksmi tavam biznesam. Этот мужик чуть не упал с кресла. Šis vīrs gandrīz vai no krāsa nokrita. А ты откуда это? Viņš saka, bet kā tu to zini? Un говорит, мне Бог сказал. Viņš saka, man Dievs teica. Куда? Kur? Туда. Tur pārcelties. А что еще Бог тебе bet, ko, vēl tev сказал teica? Про меня? Par mani. Он говорит, тебе покаяться viņš надо. Teica, jāno žalo grēki. Когда ты включаешь дары tā, Святого Духа, ieslēdz Svētāgara они dāvanas, никого не ожесточат, viņas nevienu nenocietina, они приобретут. Viņas iemantos. И когда они выходили по трапу tad, самолета, viņi pa, līdmašīnas trapu kāpa lejā, они выходили друзья. Viņi kāpa kā draugi. Боже, вот нам что Dievs, нужно. Лук, kas mums ir vajadzīgs. Не надо в спину толкать. Не vajag grūst mugurā. На улицу выгонять. Не vajag dzīt uz ielām. Мы должны от Бога получить. Mums vajag no Dieva saņemt. Поиск сокровищ. Dārgumu meklētāji. Каждый человек. Katrs cilvēks. Это сокровище. Ir dārgums. Каждый человек. Katrs cilvēks. Сокровищ. Ir dārgums. Недавно моя. Nesen. Дочери были в Москве. Manas meitas bija Maskavā. Там была встреча левитов. Tur bija levītu tikšanās. Они ехали на встречу. Viņi brauc uz tikšanos, viņas. Москва. Москва. Они ехали на маршрутке. Viņi brauc маршрут autobusā. 11 утра. 11 no rīta. Не так много людей в маршрутке. Не так daudz cilvēku bija. И вот заходит женщина. Un lūk ienāk sieviete. Под шофе. Такая активная. Tāda aktīva. Энергичная. Ierēbusi, enerģiska. Со всеми разговаривает. Ar visiem runā. Ко всем обращаются. Pie visiem vēršās. И все отворачиваются. Un visi novērsās no viņas. Ну, кто хочет говорить? Ну, kurš grib runāt? В 11 утра. 11 no rīta. С пьяной женщиной. Ar piedzērušo sievieti. И она, ну что? Un viņa saka, ну ko? Такие красивые девушки. Tādas skaistas meitenes. Куда едем? Kur braucam? Viņa saka, ну, на встречу. Viņa saka, uz tikšanos. Что, судите меня, да? Tiesājat mani? Вы трезвые, jūs skaidrs, bet es piedzērusies. Презираете, да? Nicinat mani? Да нет, не презираю. Viņi saka, nē, nenicinam. Ну, мало ли, какие причины. Mazums, kāda iemesla var būt. И в церковь я не хочу. Un uz draudzes negribiet. Попадись туда. Nokļūst tur. Тебя растопчут и осудят, и выкинут еще. И ноги вытрут. Un kājas pēc tam noslaucīs. Вот все, что у трезвого на... Lūk, kas skaidram, skaidrā prātā. На уме, у пьяного на языке. Prātā, tas piedzēršam uz mēles. Viņi saka, nu nē. Потом наклоняется. Pēc tam viņa noliecās. И говорит на ухо. Un saka, ausī. Месяц назад. Mēnesi atpakaļ. Обнаружили рак. Atrada vēzi man. Četvērtajā stadijā. Ceturtajā stadijā. И сказали, останется, un teica, остается жить. Atliek dzīvot. Всего лишь пару месяцев. Tikai pāris mēnešus. А я не хочу умирать. Bet es negribu mirt. Поэтому пью. Tāpēc dzeru. Целый месяц. Veselu mēnesi. Боюсь родителям. Baidos vecākiem pateikt to. Родным. Tuviniekiem. Боюсь сказать. Baidos to teikt. Я не знаю, почему вам. Es nezinu, kādēļ jums. Я открыл. Es atvēru sirdi. А я не хочу. Bet es negribu. Мне 42 года. Man ir 42 gadi.
Что делать, а? Un ko darīt? Вот когда протрезвеешь, tad, kad kļūsi skaidra, придёшь в церковь, izgulēsies, atnāks uz draudzi, семинары закончишь, семинарс побеigs, а тогда поговорим. Ну, tad mēs arī parunāsim. А может, она не даже. Bet varbūt viņa nenodzīvos. Водитель говорит. Водитель сака. ВДНХ. ВДНХ. Девушка, выходите. Jums ir jākāpārā. Я никуда. Viņa saka, es nekur nekāpšu. Я поеду. Es braukšu ar viņām. Через две остановки. Pēc divām pieturām. Они вышли. Viņas izkāpa. Поток машин. Mašīnu plūsma. Поток людей. Cilvēku plūsma. Москва. Maskava. И вот здесь трое человек. Лук, шеит, стал три стилваги. Иногда ты ищешь такого. Даже есть ту меклая даргумус. А иногда эти люди. Бе даже еще цилваги. Ищут тебя. Меклая теви. Как знать, как сложится сюжет? Как варзинат, как сижет, извейдосис. И она обняла. У меня обкомпнилась. Вцепилась. Я тебя раз винял. Я не хочу умирать. Он ты здесь не грибу мир. Я жить хочу. Я грибу дзивот. Что-то у вас есть. Роткас юмс ир. Ей предложили покаяться. У меня и педавай нужалот градус. Она помолилась. Виня полудзе. Он говорит, что это такое? Он потом мне сказал, кастастац. Огонь. Угунц. Огонь. Угунц. Это Дух Святой. Тас ир святайс гарс. Потом помолились за исцеление. Потом полудзе пар дзиединашину. Ее колбасило. Он виню вису кратия. Просто вся вот так. Виня висит тад сак дребеет. Обменялись. Мне обмайнаяс. Визитка. Ар визитка арзем. Разошлись. Он исчирас. От тебя много не требуется. Но ты им даудс не просас. От тебя требуется одно. Но ты им просас таки будь винц. Готов. Если готовс. Протянуть руку. И степт руку. Тем, кто тем, просит помощи. Кури луц палидзību. Как тот добрый самарянин. Как та слабая самарец. Который обратил внимание. Куч певерса узманību. Чудеса. Брінуми. Бог творит. Диос дар брінумус. А любят. Бет мил. Люди. Цилваки. Сами. Паши. Амен. Амен. Эти люди их рядом с нами. Ще цилваки блакус. Тысячи. Тукстошьем. Недавно я возвращался из... Несен. Из Норвегии. Из отгрызос, но Норвегии. Аэропорт. Лидуоста. Ждем посадки. Гайдам. Есэшенос. Людей екапшен, много. Цилвак даудс. Смотрю, бегает одна он девушка. Он скажет, скрайд вен мейтен. Слушает музыку. Клаусас музыку. Туда, сюда. Турп, шурп. Потом какой-то звонок. Он потом какой-то звонц. И она с кем-то поговорила. Он виня кого-то порунаяс. И вдруг. Он пейкшни. Как рыдать начал. Как сак раудать. Прямо взахлёб. Ты еще айзалсусес. Прямо взахлёб. Айзалсусес раудая. Я смотрю. Он из котос. И слышу. Он дзирду. Дух Святой говорит, помолись за него. Святой говорит, он сказал, полудь пар виню. Так легко отмазаться. Тик вегли. Я говорю, Господь, я... Не умею говорить на английском. Кто его знает, откуда она? Кавар зинат, но куриенц виня. Ольга рядом была. Ольга блакус бейман. И Ольга женщина, не надо служить женщине. Ольга сиевете, ты уякал по сиевете. Иди помолись за нее. Эй, он полуц пар виню. Он говорит, ты че? Мне сэк туку. Тебе Господь сказал, вот иди. Ты утаскунг стейте, лукар, эй. Думаю, ну, закончатся слезы, и все закончится. Ну, бейксес асарас, он ари виз бейксес. Она ревет еще громче. Бет виня вел раут скаляк. И села прямо рядом. Он амсайдас тыщи блакус. Я сконцентрировал все, что я знаю на английском. Концентрируйся, возьми виску, зину англи валода. Я подошел к ней. Избегай пе винис. Говорю, can I pray for you? Esu... Могу я помолиться за тебя? Издрикст полог пар теви. Она посмотрела, конечно. Вы не поскатиясь, он тэйс, протамс. Я говорю, Господь любит тебя. Esu kungs mīl tevi. И он хочет утешить тебя. Он ведь греб номеринат тебе. Она плачет. Виня раут. Я могу руки твои взять? Esu, издрикст по ним тевас рокас. Конечно. Виня сказал, протамс. Я начал молиться. Он исаку лук. Она говорит, почему вы плачете? Виня сказал, капец юс раут. Потому что Господь тебя. Esu tāpēc, ka tas kungs tevi mīl. Я говорю, ни одно оружие сделанное esu, против ирод, kurš tiek radīts она не будет успешной. Tas nebūs veiksmīgs. Она меня обняла. Виня мане апскава. Я молился за esu lūdzu par viņu. Это вспоминаешь об этом? Esi, kad atceros par to, Господи. Ir jau kungs. От тебя вообще ничего не требуется. Но тебе vispār nekas neprasās. Иисус говорит, бремя мое благо, иго мое легко. Ir laba, у manas jūks ir viegls. Может, встретимся с ней через varbūt, tiksimies какое-то ar viņu. Время, скажет. Pēc kāda laika, un viņa Божьи pateiks, ангелы мне помогли. Kad Dieva eņģeļi man palīdzēja. Благодаря вот таким молитвам у Бога есть моральное право входить в судьбу этих людей. Dievam ir morāls tiesības ieiet iejaukties šo dzīvi. Спасать, благословлять их. Cilvēku dzīvē glābt un dziedināt.
И когда я сел в самолет, un tad, kad es iekāpu lidmašīnā, я чувствовал такое, es sajūtu, чувство удовлетворения, tādu gandarījumu. Спасибо тебе, Господь, un tu esi, paldies tev, kungs, что можно хоть чем-то, ka var kaut kā, горсть добра, kaut mazu sauņu labumu, внимание, uzmanību, любви, mīlestības, подарить людям, dāvāt cilvēkiem. Кажется, знаешь, что это такое? Liekas, bet kas tas в мире ir этого нет. Pasaulē tā nav. В мире правят другие Pasaulē правила. Valda citi noteikumi. Amen. Amen. Первое. Pirmais. О чем хочется молиться? Par ko gribētos lūgt? Освободи нас от Отбриво мус но эгоизма. Дай нам чувствительность. Дод ман ютигуму. Будьте милосердны. Будет жалсердиги. Как jūsu tēvs ir žalsirdīgs. Последняя иллюстрация, я заканчиваю. Pēdējā illustrācija un es beigšu. У нас есть Евелина. Mums сестра, ir Evelina, она миссионер. Viņa ir misionārs. Она и в Африке была, в Америке была. Viņa gan Afrikā bija, Amerikā. Ее мечта была. Un viņas sapnis bija. Посетить Калькутту. Apmeklēt Kalkutu. Дом матери Терезы. Терезис. Мать Терезис наму. Где старые люди доживали свой век. Nodzīvoja savas pēdējās dienas. И вот она из Дубая летит no в Калькутту. Lido uz Indiju. И рядом с ней un blakus viņai села apsēdās мусульманская женщина. Musulmaņu sieviete. В паранже. Паранджа. Черной. Melnā. И у нее на руке был un viņai uz rokas таймер. Bija pulkstenītis. Tens. Tens. Kur viņa spieda ik pēc brīža. Евелина говорит, я смотрю. Un Evelina saka, es skatos. У меня сердце колотится. Un man sirds sāk dauzīties. Ну, вот и началось. Es domāju, ну, sākās. Сейчас взлетим. Tūlīt pacelsimies gaisā. Последний тинкс. Pēdējais тинкс. Самолет тинкс. Un lidmašīna pa daļām. И наша душа. Un mūsu dvēsele. Тинкс. Тинкс. Знаете, когда рядом сидит в оранже женщина. Jūs, kas ievēc, sēž paranžā blakus. Вот вот. Un spiež. Вот эти вот штучки. Šīs lietiņas. Я говорит, раскаялась во всех грехах. Viņa saka, es nožēloju visus grēkus. Сказал, Господи, ну неужели Teicu, так kungs, рано? Vai patiešām tik ātri man jāaiziet? Закрыла глаза. Aizvēru acis. Un lūdzu. Самолет взлетел. Lidmašīna pacēlās. Things не произошло. Un nekas nenotika. Я говорит, сижу. Viņa saka, es sēžu. Поворачиваюсь к этой женщине. Pagriežos pret šo sievieti. Я говорю, можно спросить? Es saku, drīkst jautāt? Пожалуйста. Viņa saka, lūdzu. Bet kas tas tāds ir jūsu pirkstā? Kas tas ir tāds? Таймер. Она говорит, у нас у мусульман. Viņa saka, mums musulmaņiem есть такой обычай. Ir tāda ieparaža. Каждый раз. Katru reizi. Когда благодаришь Аллаха. Kad tu pateicies Allaham par kaut ko. Ты нажимаешь. Tu piespied pogu. И это как счетчик. Un tas ir kā skaitītājs. Когда спать ложишься. Kad ej gulēt. Tad tu paskaties. Сколько раз cik reiz за день. Dienas laikā. Ты поблагодарил. Tu pateicies. Бога. Dievam. Savam Allaham. Обалдеть. Евелина говорит, ну расскажите о религии своей. А пастāstiet par savu reliģiju. Я пророчествую вам, в этом году вы будете встречаться с людьми, на вас tiksieties ar cilvēkiem, kuri nav līdzīgi jums. И вы будете сдавать экзамен. Un liksiet eksāmenus. На терпимость. Uz ilgcietību. Pacietību, celsirdību. И божественную любовь. Un dievišķu mīlestību. Она начала рассказывать про Аллаха, про справедливость, про устройство семьи, про ģimenes iekārtotību un tā tālāk. И под занавес. Un beigās Evelina spraševat jau. Evelina jautā viņai. A skažite. Bet pasakiet lūdzu. Allah vas ļubit? Vai Allah jūs mīl? Vopros, kuriem menšie sīlo. Jautājums, kas mazāk par visu. Ani ažadali. Ko viņi gaidīja? Ani gat, pri čem tot Allah? Viņi saka, pa kāda daļa šeit? Allah mīlstība. Mums ir jāmīl viņš. Bet ja poņela. Viņi saka, es saprotu. Что когда я начну ей свидетельствовать? Kad tad, kad es sākšu viņai liecināt. Ja kā kras этого es tieši no tā arī sākšu. Она отвернулась. Viņa novērsās. Телевизор смотрит. Телевизор skatās. Я говорит, отдела наушники. Viņa saka, es uzluku austiņas. Включила прославление. Ieslēdzu slavēšanu. И специально так. Un speciāli tā šūpojos. Jesus, чтобы она слышала. Un Jesus. Но она типа смотрит кино. Nu, viņa it kā skatās filmu. Jesus. 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 Потом говорит. Un pēc tam saka. А что вы делаете? Bet ko jūs darat? Он говорит, я Jesus упаковал. Viņa saka, es pielūdzu Jēzu. Такой Jēzus, вы что, Jēzus не знаете? Jūs nezināt Jēzu? Это мой Бог. Tas ir mans Dievs. А теперь ты расскажи. Viņa saka, bet tagad tu pastāsti man. А теперь ты мне расскажи. Bet tagad tu man pastāsti. Par savu Bogu. Par savu Dievu. И говорит, мой звездный час. Viņa saka, man zvaigžņu stunda. Я как раз вот с этого и начала. Ar to arī sāku. Имя моего Бога. Mana Dieva vārds Любовь. Ir mīlestība. Ja tā женщина, un šī sievieta она себя не смогла держать. Viņa nevarēja sevi savaldīt. У них есть все. Viņiem ir viss. Кроме любви. Izņemot mīlestību.
А у нас получается все mums izrādās, в любви. Viss ir mīlestībā. И ничего другого. Un nekā cita. И она говорит, любовь. Un viņa saka, mīlestība. Рассказала, кто она была. Pastāstīja, kas viņa bija. Как Бог пришел. Kā Dievs atnāk. Kā Dievs dziedināja. Короче, она загнала ее в такие сакот, слезы. Viņa iedzina viņu tādā sasarās. Она ревет. Tā raud blakus. Я говорю, никогда такого не... Un saka, es nekad tādu nespārdzīvojis. Я никогда такого не пережил. Es nekad tādu nespārdzīvojis. И нарушая все мусульманские принципы. Visus musulmaņu principus. Она говорит, viņa saka, ты могла бы помолиться за меня? Vai tu varētu palūkt par mani? Ты могла бы помолиться? Vai tu varētu palūkt par mani? Дай мне пить этой живой воды, dzert šo dzīvo ūdeni, который течет в жизни. Kura plūst. И она взяла его за руку. Un viņa paņēma viņu aiz rokas. И начала молиться. Un sāka lūkt. Дух Святой так. Святой Грста отнаца. Она упала прямо на плечи. Tieši uz pleciem viņai. И после молитвы. Un pēc lūkšanas. Достает визитку. Визиткарты. Меня зовут Фатима. Un saka, man sauc Fatima. Я живу в Дубае. Es dzīvoju Dubajā. Состоятельная семья. Es esmu turīgā ģimene. Огроменный дом. Mums ir liela māja. Мы подруги. Mēs esam draudzenes. Приезжай в любой. Atbrauc jebkurā laikā. Evelina dāvā savu vizītkarti. Evelina iedod savu vizītkarti. Если будешь здесь. Ja būsi šeit. Поиск закрой. Дорогому меклетай. В самолете. Лидмашина. В аэропорту. Лидоста. На улице. У Зиелос. Возле приморского города. Блакус Юрмелс Пилсата. В Кулдыге. Кулдыга. Венспилс. Венспили. В Риге. Рига. Я бы хотел молиться. Эс гребят лук тагад. И просить. Он просит. Каждого из вас. Катру но юмс. Оставьте в прошлом. Отстает погадное. Устаревшие методы. Новоцеющас методы. Евангелизма. Евангелизации. И религиозного свидетельства. Un religiskām liecībām. Давайте Иисуса Христа. Jēzu Kristu. Распространять. Izplatīsim. И проповедовать. Un sludināsim. Окружающим людям. Apkārtējiem cilvēkiem. Amen. Закроем глаза. Aizversim savus acis. Karamahem balocham tilalambrumakentalai. Драгоценный Дух Святой. Дорогой Святой Гарс. Мы нуждаемся в Тебе. То есть вайдзикс. Как никогда раньше. Как никогда аграк. Хамен аламбра метол мареджэнда лая. Я прошу во имя Иисуса, сделай каждого из нас свидетелем Твоим. Бартаву лецинеку. Сделай каждого из нас носителем Твоей любви. Бартаву милстибс неса Твоей благодати. Тава славвелибас. Боже, сделай нас ловцами человека. Дари мус парцилваку звенеки. Сделай нас искателями сокровищ. Дари мус пардаргу меклетай. Я прошу Тебя, помазывай сегодня рабов Твоих и рабынь Твоих. Сабус калпус. И пусть они слышат пророческое слово. Праветиску варду. Пусть они видят видение. Lai viņi redzēja. И сновидениями вразумляемы. Un lai sapņos tiek pamācīti. Я прошу, поведи нас. Es lūdzu, ved mūs. В те дома. Tanīs mājās. Где приготовлены территории. Kur ir sagatavotas teritorijas. Поведи нас. Ved mūs. К тем колодцам. Pie tām akām. Где женщины уже готовы. Kur sievietes jau ir gatavas. Где мужчины уже готовы. Kur vīrieši jau ir gatavi. Приведи Петра. Ved Pēteri. В этот дом Корнилия. Uz šo Kornelija namu. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Я прошу тебя. Es lūdzu tevi. Разрушь всякий церковный эгоизм. Sagrauj katru draudz. Разрушь, Господь, черствые сердца. Sagrauj nejūtīgas sirdis. Наполни нас состраданием, любовью и благодатью. Кальмагемареджанда. Пусть Господь наша церковь будет благовествующей. Пусть наша церковь будет обогащенной сокровищами, женщинами и мужчинами, драгоценными душами, которые искупил Ты на Голгофском кресте. Каламахинта ламбуле, браминале граджанда локамидулеба судири, гальмахеджер, раменджамале гамахинджолебеде, Господь, забери каменное сердце и дай сердце плотяное, способное любить, проповедовать любовь Твою, благодать и милость. Мендалеламонстола менджаламбра металеваронда, альмагеманила комбанела леманджондалери,
Aramanila kondela labora sobrishete leriamba. Rambele regresamba leregrosheteleya. Научи нас, Господь, общаться с людьми и строить отношения. Научи нас, Господь, не терять, а приобретать. Научи нас не рождать конфликты, а быть миротворцами. Карамбиос, Талембра, Аломбра, Аленгро, Алембра, Аронгла, Самбро, Аледулебре, Джедерериас. О, излей Духа Твоего на всякую плоть и на сыновей и дочерей Твоих, и пусть они пророчествуют. Арбан солиба ароделип анколериманде. Арманила кандела лориамба алориджинделей. Бамбалелери гроссамбелери рогриджедерей. Карамен алиамблос синдалеле брогебе. Аламан джембалеле лебриджинделей. Che la mare sore manele, che la mani cresambo le reggia bare lore blogederia. Alleluia, che la mene le roro bale rugleschere, al mange le brescira la lele, alla mene le. Debes Tēvs, pateicos, mans kungs, par Tavu varenību. Es pateicos, ka Tu mūs esi glābis savā laikā, Tu mūs esi veidis un pacēlis no tā grāva, kur mēs bijām. Es pateicos Tev, mans kungs. Es pateicos, ka mums ir acis, ka mēs varam redzēt. Es pateicos par to, ka mums ausis mēs varam dzirdēt, mans kungs. Es pateicos Tev, ka Tu mūs veidi uz tām mājām, uz tām ceļiem, kur mums jāiet, kur mums jāglāb. Tu mums rādīsi šos ceļus, uz kurien mums iet, un mums rādīsi šos namus, kur mums apmeklēt. Tu mums sūtīsi to ziņu, kādu mums jānes šiem cilvēkiem. Tu esi viņus atpircis, mans kungs, jau toreiz pie krusta Golgātā. Mēs varam būt tikai tavi liecinieki, mans kungs, un do mums šo paklausības garu, ka tu mūs sūti, lai mēs ceļamies un ejam, mans kungs. Tu dosi mums šo mīlestību par šiem cilvēkiem. Tu mūs, mīļais debes Tēvs, tu esi tas, kas sagatavo šos cilvēkus, mīļais debes Tēvs. Tu, mīļais debes Tēvs, esi tas, kas viņus jau esi glābis. Mēs varam būt kā liecinieki tev, mīļais debes Tēvs, tavam varenajam darbam, mans kungs. Lūdzu, mīļais debes Tēvs, izmanto mani, izmanto katru vienu, mans kungs. Do mums šo redzēšanu, do mums šo dzirdēšanu, mans kungs, un do mums galvenais šo paklausību celties un iet un nestāv labo vēstu šiem cilvēkiem. Tu, kungs, liksi mūsu sirdī šo mīlestību, mans kungs. Es Tev pateicos, mans kungs, Tu esi brīnišķīgs, Tu esi varants, Tu esi spēcīgs. Tev visi mūsu cilvēki mīļi, mans debes Tēvs, neskatoties uz to, ka mēs viņus redzam varbūt daudzreiz savādāk. Tu mīli mūs visus, un arī Tu mūs esi kādreiz cēlis un licis uz šo stipro klintu, mans debes Tēvs, un do mums sniegt šo roku šiem cilvēkiem, lai arī mēs viņus varētu likt uz šo stipro klinti, uz kuru mēs varam celt savu namu. Jēzus vārdā. Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое во имя Иисуса Христа. Слово Твое говорит, ревнуйте о дарах духовных, и я покажу вам путь более совершенный. Господь, покажи нам этот путь. Пусть дары Твои действуют во имя Иисуса Христа. Дай, Господь, код доступа к сердцу, не ради любопытства, не ради каких-то интересов, но для того, чтобы служить этим людям, чтобы решать проблемы, чтобы быть ответом во имя Иисуса Христа. Господь, используй каждого человека, используй нас для служения, для роста церкви, для роста авторитета Слова Твоего, для роста авторитета в стране, в городе. Боже, во имя Иисуса Христа, веди нас в новом помазании. Господь, пусть этот год будет новый опыт, когда мы будем видеть чудеса Твои, когда мы будем видеть славу Твою, когда Ты будешь вести нас, Господь, и показывать чудеса Твои, показывать, как можно служить в помазании, в новом,
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, что приходит новый опыт, что мы будем встречаться с людьми, с которыми мы не встречались, и что мы будем иметь новый опыт, которого не имели, во славу Твою, что мы будем привлекать людей к церкви, к Твоему Слову, к истине. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя за новое время для церкви. Благодарю Тебя за новое время для каждого служителя. Благодарю Тебя за новые дары, которых у нас не было раньше. Они будут раскрываться, все дары Духа Святого. Аллилуйя! Все для спасения, все для Царства Твоего. Аллилуйя, 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 Господь! Оснащай церковь Твою во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Аллилуйя, сакромололо босителе. Хула гасите робосителе. Хура габасите кромоло робасите камама бахая. О, Бог, благодарим Тебя за то, что Ты так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто не погиб. Благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Благодарим за Твою любовь к каждому человеку на этой земле. И мы сейчас молимся, пусть эта сверхъестественная любовь придет в наши сердца, чтобы мы не просто шли говорить, чтобы мы не просто ходили, но чтобы эта любовь истекала из нас, из наших уст, из наших сердец, чтобы мы могли видеть души человеческие, видеть эти сокровища, сокрытые во мраке в каждом человеке. Господи, я прошу Тебя, наполни этой любовью. Наполни этой любовью, Господь, мы просим Тебя сейчас во имя Иисуса. О Боже, пусть уйдет всякий страх, пусть уйдет всякий страх перед человеком, пусть уйдет всякий страх перед всяким новым опытом, Господь. Дай эту смелость и дерзновение. Мы просим во имя Иисуса Христа. Дух Святой, наполни нас, наполни наши уста, чтобы мы знали, чтобы мы имели откровение свыше, прежде чем идти. Открой нам пути Твои, чтобы мы шли на приготовленные пути, чтобы мы пришли на приготовленные дороги. Бог, мы ходатайствуем сейчас об этом во имя Иисуса. У меня в сердце такое побуждение, что нам надо просить у Бога прощения за то, что мы прошли мимо людьми. Тогда, когда Бог побуждал тебя или меня, чтобы свидетельствовал Ему о Боге, но ты заглушил это. Un pagāja garām. И прошел мимо. Kā Dievs var iedot šo mīlestību, par ko tik lūdzu? Ja tad, kad viņš tev bija iedevis, tu viņu noslāpēji vai izmet ārā no savas sirds. Dievs nevar vairs iedot savu. Viņš neredz iespēju. Он не видит возможностей. Tādu dārgumu iedot tev no jauna. Такую драгоценность дать тебе снова. Un tāpēc, lai Dievs kaut ko mums iedot. И почему Богу вообще надо нам что-то давать? И у меня есть такое побуждение, что нам надо смириться перед Богом. И надо сказать, Бог, прости меня. Тогда, когда я прошел мимо. Когда ты дал мне эту любовь. Но я выбросил его. Но не дал это тому человеку, кому надо было. Господь, я с всего сердца прошу Тебя, прости меня. Un es ticu, ka tavas sirds tad patiešām lūdz piedošanu, ka viņa tā īpaši sažņaudzās, tai nožēlā. Сжимается особо в прощении, так сжимает, из боли она сжимается, и вот ты сопрот, который сестрица, потому что ты понимаешь, что ты сделал неправильно, но жало то, что вред ее прежде, сожалеешь это перед Богом сегодня, но жало это ее, я сожалею, Бог, что я прошла мимо, у нас негривая снега, я не хочу больше так
никогда сделать. Jo, ja tu dari visu jaunu. Потому что если ты делаешь все новое, Dievs, es gribu būt jaunajā. Бог, я хочу в этом новом быть. Ne palikt tai vecajā. И не остаться в старом. Kad es atkal nobaidos. Когда atkal я испугаюсь. Kad es atkal nokautrējos. Когда я atkal постижусь. Kad es atkal aizēju kā šis priesteris garām. Когда я пройду как этот священник мимо. Dievs, es to nekad negribu izdarīt. Господь, я больше никогда так не хочу делать. Es nekad to vairs negribu izdarīt. Никогда больше так не хочу делать. Es nekad to vairs negribu izdarīt. Я никогда больше так не хочу делать. Tev tā ir gadījies. Если у тебя так случилось. No visa sirds dziļumiem lūdzu piedošanu Dievam. Всего сердца проси прощения Богу. Jo Dievs neiedos neko tev no jauna. Потому что Бог не даст тебе снова ничего. Jo Viņš neredzēs tevi uzticīgu. Если Он не увидит надежность в тебе. Tevis Tēvs. Небесный Отец. Es лūdzу par sevi. Я прошу за себя. Es лūdzu par katru brāli un māsu. За каждого брата и сестру. Kuram ir gadījusies šī kļūda. Кому так было. Tā ir nežēlīga kļūda. Это Priekš ошибка tavas большая. Sirds tik sāpīga kļūda. И она так болезненная для твоего сердца. Tāpēc, ka tu mūs esi tik ļoti mīlējis. Потому что ты нас tu так возлюбил. Tu mūs esi piedevis. Ты нам простил. Tu mūs esi darījis par svētiem traukiem. Ты сделал нас святыми сосудами. Lai mēs nestu tavu mīlestību tālāk. Чтобы могли нести твою любовь un дальше. Un mēs kaut kādā брīdī to neesam izdarījuši. Но в какое-то время это не сделали. О, Dievs, es lūdzu piedod. Господь, ну я прошу прости. Es tev no visas sirds dziļumiem lūdzu. Из всего сердца я прошу par тебя. Sevi, за себя. Par saviem брāļiem un māsām. За своих братьев и сестер, Господь. Мы просим, прости. Kungs, piedod. Прости. Kungs, piedod. Господь, прости. Jēzu, piedod. Иисус, прости. Piedod, лūdzу. Piedod, лūdzу. Piedod. Ka mēs šo tavu dārgu, šo mīlestību izmetām ārā. Выбросим. Nevis iedevām kādu. Nevis, nu, не дали кому-то. Прости. Piedod, kungs. Прости, Господь. Un ja kādai dvēseli vēl bija jācieš kaut kādu laiku, strādāt, līdz kamēr viņš satika citu cilvēku, kas viņam pasludināja evaņģēliju. Mēs esam sagādājuši sāpes šim cilvēkam, līdz kamēr kāds cits viņam pasniedza šo dzīvo ūdeni. Kungs, piedod. Kungs, piedod. Господь, прости. Kungs, piedod, es tevi prosti, я прошу Kungs, тебе. Piedod. Прости, Господь. Jēzus vārdā piedod, Kungs. В имя Иисуса прости. Šķīsti mūs kā trauks, Kungs. Lai Tu varētu ieliet šo jauno vīnu mūsos, Kungs. Vļivāj to novoje vīno. Lai mēs būtu šķīsti, Kungs. Čtob mi bili čistimi. Nes Tavu mīlestību. Čtob mi magli nesti Tvoju ľubov. Nes Tavu mīlestību. Nesti Tvoju ľubov. Un dalīt to cilvēki. I davāt to ľuďam. Un dalīt to cilvēki. I davāt to ľuďam. Amen. Аллилуйя. Отец, я благодарю Тебя за это помазание. Боже, я также прошу Тебя прощения за то, что сердце было черствое, за то, что те люди, которые были рядом, и я не свидетельствовал им о Тебе. Я слышу в своем духе, когда Ты, Господь, говоришь, спасай взятых на смерть. И неужели Ты оставишь обреченных на убиение? Господь, я благодарю Тебя, что Ты сегодня открываешь нам, открываешь эту проблему, Господь, и что Ты меняешь наши сердца, Господь, чтобы сердце наше изменилось. Забери сердце каменное, дай сердце плотяное, Господь, чтобы мы были неравнодушны к погибающим. Тот, кто сегодня идет в погибель, тот, кто идет сегодня на смерть, Господь, помоги нам не молчать в транспорте, в самолете, где бы мы ни находились, Господь, пусть ничто и никто не закроет наши уста для Твоего благовествования. Господь, я благодарю Тебя за этот новый этап. Я благодарю Тебя, что Ты, Господь, изменяешь наши сердца сегодня, что через наше слово люди будут спасаться, что через наше слово многие-многие не попадут в ад. Боже, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Господь, прикоснись сегодня каждому сердцу. Пусть этот религиозный
фанатизм уйдет, Господь, во имя Иисуса. Пусть уйдет это нечеловеческое равнодушие, Господь, тому, кто сегодня погибает, умирает от болезней, умирает от проклятий. Во имя Иисуса, Господь, я благодарю Тебя. Боже, благослови 2017 год. Пусть в церкви начнется новый уровень реформации, евангелизации, Господь. Пусть откроются новые двери. Господь, дай мудрость, Господь, чтобы идти в мир и нести Евангелие. Евангелие спасения во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Deus mete jaunu uguni, dod jaunu vīnu, dod jaunas lietas, robasada bakašatai, elobasada dabasija, oranda rabasitida baši svētais gars, dod jaunu drosmi rabasatai, dod jaunu drosmi rabasitija, heilo robasitida bašatai, elobasada rabasatatai, lai mēs atkal varam celties, visu nomest, visu pamest un iet rabasitija, šolabasitija, ieraudzīt šo brīnišķīgo skaistumu mūsu evaņģēlijā. Ieraudzīt šo brīnišķīgo skaistumu mūsu evaņģēlijā. Sola bakaša satāja. Svētais, kas palīdzi mums vēlreiz iemīlēties Jēzu Kristu. Tā, ka mēs par to runājam. Tā, ka mums izlīst kā no pilniem traukiem, kungs. Šala basitīja. Izlai svētais gāsu rabasitīja. Hēlā basara dabasitīna basīja. Sūrāndā rabadādā dabasādā bakašatājā. Hēlā basara dabasitītīja. Hēlā basara dabadītītīja. Viss jauns tāpēcēs viss aiziet. Aiziet ar šo lūkšanu. Lai aizietu rabasitīja viss jauns rabasādā barīja. Hēlā basara bakašītītī. Lai Tavs gars atjauna mūsos šo dzīvo gaismu, šo gaismu mūsos, šo dzīvo gaismu, kas nes dzīvību, šo ūdeni, kas nes dzīvību, sirabā gašītīja, lai šis dzīvās ūdens stāvs izplūst mūsu dievnamiem, lai izplūst mūsu altāriem, lai izplūst Jēzus vārdā, halleluja. Mēs Tev pateicamies tās par šo dienu, mēs Tev pateicamies debes tās par šo dienu, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs atkal un sakrauj, un Tu mīci mūs atkal. Kungs, mīci!
sasit visu veco un veidomos no jauna. Mēs Tev pateicamies par šo žēlastības laiku, ka vēl ir laiks, ka vēl Tu saki šodien, kungs. Šora basīdā bākāsītīja. Hēlā basārā dābātātātājā. Halleluja, 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 halleluja. Es Tev pateicos. O, es Tev slavēju, kungs. Es Tev pateicos, kungs, par mūsu zemi Latviju. Es Tev pateicos, kungs, ka Tu esi šai zemē veidojis šo draudzi. Es Tev pateicos, kungs, ka Tu mūs esi izredzējis. Es Tev pateicos, Dievs, par šo mazo Latviju. Zeme, kungs, ka Tu esi atsūtījis savus izredzētos. Tu esi savāc mūsu kopā kā putnēns. Tu esi savāc kā savus graudus, kungs, lai Jēzus Kristus vārdā šie graudi sējās ne tikai šai zemē, bet svešās zemēs vēl. Lai Tavs evaņģēlijs un Tavs gara spēks, lai izplatās, lai mēs piepildam šo Jēzus galveno uzdevumu, šo pavēli, ka mēs ejam pie visām tautām, pie visām tautām, kungs, un iemācam. Es Tev pateicos, halleluja, šitā bākā sītīja, halleluja. Halleluja, blagadarju Tie, Господь. Pateicos Tev, kungs. За то, что это слово не вернется к тебе тщетно. Пока не исполнит то, для чего оно послано. Я благодарю Тебя за этот год преображения. И славы Божьей. Всякого служения в нашей церкви. Ты преобразишь нас. Наше служение. Я благодарю Тебя за сокровища, которые Ты открываешь. Сокровища, которые хранимые во тьме. Они принадлежат Тебе. Ты сделаешь нас ловцами человека. Ты научишь нас любить, прощать, благословлять, приобретать. Мы поклоняемся Тебе и благословляем эту церковь, каждого служителя, все церкви, которые слышат их, пусть наполнятся дарами Духа Святого, и пусть они будут благовествующими, искатели сокровищ, пусть превратят церковь в острова сокровищ, и пусть они обогатят царствие Твое во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. И в заключение Исаия. Un noslēgumā Jesaja 45. Глава. 45. Nodaļa. Когда ты берёшь на вооружение эту программу. Tad, kad ņem apbruņojumā šo programmu. Сам Господь пойдёт. Pats Kungs ies. Перед тобой. Tavā priekšā. И прочитаем Исаия 45:2. Izlasīsim Jesaja 45:2. Это Господь говорит. To saka Kungs. Я пойду перед тобой. Es iešu tavā priekšā. И горы уравняю. Un līdzināšu nelīdzinās takas. И медные двери сокрушу. Es satriekšu vara durvis. И запоры железные. Un salauzīšu. Sломаю. Dzels aizšaujamos. Он будет готовить Viņš эту территорию. Sagatavos šo teritoriju. Там не будет закрытых дверей. Tur nebūs aizslēgtu durvju. Там не будет железных запоров. Tur nebūs dzels durvju aizšaujamo. Там не будет семь замков. Tur nebūs septiņu atslēgu. Когда Петр пришел к Корнелию. Kad Pēters atnāca pie Kornēlija. Все двери. Visas durvis. Были открыты. Bija atvērtas. Все сердца. Visas sirdis. Были открыты. Bija atvērtas. Мужчины и женщины. Vīrieši un sievietes. Они перед Петром поклонились. Viņi Pēteru priekšā noliecās. Он говорит, Богу поклоняйтесь. Viņš saka, Dievu pielūdzu. И когда Петр говорил un tad, слово, kad Pēters teica vārdu, Дух Святой сошел. Svētais Gars nonāca. Этой программе Бог благоволит. Dievam ir labs prāts par šo programmu. Повторяю мысль. Господь говорит, я пойду перед тобою. Kungs saka, es iešu tavā priekšā. Сам Бог все приготовил. Dievs visu sagatavo. Ты придешь на готовое. Tu nāksi uz gatavu. От тебя остается только Но прийти. Но ты просас тикай айзет. И дальше. Un tālāk. Третий стих. Трешейс пантинч. Кто-то услышьте, пожалуйста. Kāds sadzirdiet, lūdzu. То, что Бог говорит сегодня. To, ko Dievs šodien saka. В Духе Святом. Svētajā garā. Прими это как пророческое Pieņem слово. Pieņem to kā pravietisku vārdu. И отдам тебе. Es došu tev. Он говорит персонально. Viņš runā personīgi. Тем, кто это слышит. Тем, kuri to dzird. И тем, кто это принимает. Un tiem, kas to pieņem. Господь говорит. Tas Kungs saka. Отдам тебе. Es nodošu tev. Хранимые. Tumsā. Во тьме. Paglabātās. Сокровища. Mantas. И сокрытые. Un paslēptos. Богатства. Dārgumus. Дабы ты познал. Lai tu atzīsti.
что я Господь, называющий тебя по имени. Израил Dievs, kas tevi sauc tavā vārdā. Бог Израилев. Он говорит, я отдам тебе. Viņš saka, es nodošu tev. Сокровища. Dārgumus. Они еще во мраке. Viņi vēl ir tumsā. Они еще в грехе. Viņi vēl ir grēkā. Они еще в проклятии. Viņi vēl ir lāsā. Но я пойду. Bet es iešu. И приготовлю. Un sagatavošu. Все запоры. Visus aizšaujamos. Все барьеры. Visas barjeras. Весь конфликт. Visu konfliktu. Все уйдет. Viss aizies. Ты придешь. Tu nāksi. На готовую территорию. Sagatavotās teritorijās. Чтобы взять эти сокровища. Lai paņemt šos dārgumus. Чтобы ты познал, lai tu iepazītu, что это не ты, ka nevis tu, своей мудростью, ar savu gudrību, своей силой, ar savu spēku, что это я, bet kad es. Не Бог нам помогает, nevis Dievs mums palīdz, мы, mēs помогаем palīdzam Богу Dievam возвратить, atgriezt, разбросанные по этой земле, по šo zemi, сокровища, dārgumus. Я провозглашаю рост. Es pasludinu pieaugumu draudzē. Я провозглашаю возвращение пророческого помазания в церкви. Atgriešanos draudzē. Я провозглашаю мобилизацию огромной армии lielai armijai свидетелей Господа Иисуса Христа. Jēzum Kristum. Он сделает нас ловцами человека. И в этом году un šinī gadā у нас будет великая mums būs жатва liela pļauja и великая добыча un liels во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Halleluja! Cik jūs visiem biecēs kaukšu, jāsaka, halleluja! Halleluja! Ja tu domā atkal man sūta kaut kur darīt. Apēc tev viņa pasilājuši kudātā, što tu dzielāts? Аллилуйя, вы все дарите, так, аллилуйя. Все делатели говорят аллилуйя. Я хочу пойти. Но через не могу, аривари. И через не могу, можно тоже. Амен. Амен. То есть прийти из прошлого вечера. Ты рад за этот вечер? Dievs tevi izsūt. Бог тебя высылает. Он снова все приготовил. Ему надо было пустые сосуды. Что-то еще осталось. Kad Leonardai Dievs tā publiski lika to izdarīt. И слава Богу, что Леонардо не испугалась это покаяние. Daudziem tas palīdzē, ko? Многим это помогло. Ja tev kautrējas roku pacel tagad. Или ты сейчас стесняешься руку. Ja tu esi to nožēlies, nebūtu vairs kauns. Если ты не покаялся. Tas ir zini, kā grēk, ja tev, ja tu vēl tas grēk, tu turi, tad tevi kauns. Если ты еще хранишь бейзи, этот грех, тогда ты тогда ты стыдишься, но если ты покаялся, ты свободен. Аллилуйя, мы сам бриви тагад. Мы свободны. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы сам бриви, я у нам дарбам. Мы свободны для Нового года, для новых вещей. Аллилуйя. Paldies tev, Kungs, par šo dienu, paldies tev, благодарим Господь за этот день. Колоссальный, брынишьекс мацитайс. Что у нас колоссальный, чудесный пастор. Что ему открыто небо. Я так благодарна Богу, что эта церковь в Риге. Верная. Она могла открыться в том городе, который верный, наверное, переводится, да? Алмата. Bet viņa atradās Rīgā. Но это открылось в Риге. Tagad šī pilsēta ir uzticama Dievam. И сейчас этот город верный Богу. Amen, un šī zeme ir uzticama Dievam. Эта земля верна Богу. Ja mums reizēm iznāk iet pa vienu grāvu, pa otru grāvu, tad reizēm pa ceļam mēs ejam. Если мы идем иногда с одной обочины в другую обочину, иногда по другой тоже идем. Amen. Amen. Lai Dievs mūs izmanto. И пусть Бог нас использует. Lai Dievs tev dot jaunu gribu. Пусть Бог дает новый огонь, новую волю. Ļauj sev dedzināt. Позволь ему себя зажечь. Tad tu dedzinās citus. Тогда будешь других зажигать. Если ты сам не горишь, как ты другого зажгешь? Amen, bet šis ir jauns laiks. Это новое время. Viss jauns ir šogad. Все новое. Tas jau ir sācies. Tas jau ir sācies. Это уже началось. Tagad nav janvārs. Сейчас не январь. Tagad ir jau marts tu patās jau, ja? Почти март уже. Un mēs ļoti gribētu šodien pateikties mūsu mācītājiem, mūsu apustuliem, mūsu biskupam. Мы хотели бы поблагодарить нашего пастора, нашего апостола. Un viņš ir atbraucis tikai pa pusē līdz šeit. Mēs gribētu šodien nosūtīt, mēs gribam dot mācītājiem. Это мы хотим дать пастору. Bet tas jāizved Olgai. Но это для Ольги. Un es dzirdēju vienu dievkalpojumu.
Я слышал одно служение. Es nezinu, vai Olga to stāstīja arī vīriešiem. Я не знаю, Ольга рассказывала ли мужчинам тоже это. Это стасия тогда ипаш гадījum. Она рассказывала особый случай. Ну, droši vien, ka mācītājs jau zin to. Pastor, наверное, знает это. Kad viņai ļoti gribēs viņai puķis atved. Чтобы ей подарили цветы, ей она очень хотела. Un tad otrā, tur tāds notikums īpaši bija, un tad beigās otrā dienā bija mācītājs atnest tāds liels gars puķis. И Скайстас. Там был какой-то случай, и на второй день пастор принес красивые такие длинные цветы. Ja глобалист. Он глобалист, наш пастор. Там остается Ольга. Как Ольга сказала. Bet viņai patīk ļoti mazi ziedi. Ей нравятся также маленькие цветы. Mēs tā centāmies kaut ko vidēju. И мы что-то посередине старались. Lai viņš ir aizvest savai mīļai sievai. Чтобы он своей любимой жене мог отвезти. No viņa. Что есть половина от него. Tas, kas atnāk mums caur viņu, то, что приходит через него. Сиев, это тоже через него жену приходит. Paldies, visi sakam paldies. Мы благодарим, спасибо. Visi sakam paldies. Скажем ему спасибо. Слава Dievam. Слава Богу. Es svētīts ejot un izejot, sākot un pabeidzot. Благословен, входя, выходя, начиная и заканчивая. Paturšu vat vārdu par dārgumiem. И возьми это слово о сокровищах. Bet tu pats arī esi dārgums. Но ты сам тоже являешься сокровищем. Un tevi arī slēpjas tādas lietas, ko tu vēl pat neesi sapratis. И в тебе тоже сокрыты вещи, которые ты сам еще не нашел. Tad, kad tu sāks iet un runāt, tad, kad tu iesi un runās, когда ты пойдешь и будешь говорить, tad atvērsies kaut kas tāds, тогда откроется что-то такое, ko tu vispār vēl nezināji, ka tu tāds esi. Что ты еще не знал о себе. Amen. Es tev novēlu jaunu sevis iepazīšanas gadu. Желаю тебе новый год своего познания. Iepazīsi sev. Познай себя. Cik daudz Kristus ir tevī. Познай, насколько много Христа в тебе. Cik daudz Христа в тебе. Что ты богат и сколько можешь давать. Сколько свидетельств. Сколько ты знаешь уже. Lai Dievs mūs svētī šajā ceļā. Пусть Бог благословит нас в этом пути. Amen. Paldies visiem semināristiem, visiem, kas ir bijuši, visiem kalpotājiem.